мере, противник скучанием вера. Сильного противника ты должен как бы уважать, как, по крайней мере, в такой мере, что он противник, с которым надо считаться. Достойный противник. Достойный противник. Tāpēc, ka reliģijas garam tiešām liela panākuma. Дух религии, он имеет много успеха. Visas atmodas, kas ir bijušas. Все пробуждения, которые были. Ir nožņauts reliģijas gars. Задушил дух религии. Visas dzīvās kustības, kas ir bijušas. Все живые движения, которые были. No Jēzus atnākšanas līdz šai dienai. С прихода Иисуса до этого дня. Viņam ir izdevies apstādināt un nožņaukt. Ему удавалось останавливать и задушивать. В каждом столетии Dievam nācās no jauna un no jauna atkal celt kādu kustību. Богу приходилось снова и снова поднимать какое-то движение. Lai pacelt atkal jaunus cilvēkus. Чтобы поднять новых людей. Kas ir brīvi no reliģijas. Которые свободны от религии. Lai viņi iet un uzvarētu. Чтобы они пошли победили. Un lai viņi paustu Dievu darbus. Чтобы они провозгласили дела Божьи. Mēs redzam, ka pat tādu atmodu, kā Roberts Evans, kur bija. Даже такое пробуждение, как Роберт Эванс, где был. Valns viņam piesūtīja klāt vienu dāmu. Dievs viņam prislāl одну даму, kur sāk viņam pienest nosodījumu. Которая начала. Ну нелагал так траки. Которая начала приносить осуждение. Ну не надо так. То есть лепнс, там нелагал. Да, не надо так. Он меня издевался. Сильно ты возгордился, надо так спокойнее. Он меня издевался. Меня обстадина Эванс. Она остановила его. Бейзас. Закончилось это пробуждение. Поэтому мы должны быть осторожными. Он эстиц мани ир лёд стипри вен тад вард, ко сак Библ. Порезак сакот не стипри, бет тас это тад вадлини мана дзиве. Есть такое, как центральная линия в моей жизни из Слова Божьего. Тас это тас, ко Павел сетейцис. То, что Павел сказал. Первая Тимотея, первая Нодаля. Первом послании Тимофею, первой главе. Trešajā pantiņā un ceturtajā pantiņā. Trietim un četvirtam stihē. Jau iedams uz Maķedoniju, esmu lūdzis tev palikt Efezā, lai tu piekodinātu zināmiem ļaudiem nemācīt svešas mācības, nedz nodoties bezgalīgām pasakām un ciltsrakstiem, kas vairāk ierosina prātošanu nekā kopi Dieva draudz ticībā. Bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds, labas apziņas, un neliekuļotas ticības, no kā daži nogriezušies uz tukšu izrunāšanos. Gribēdams tur mācīt bauslību, taši nesaprastam, ko viņi dara. 1. Timoteja, 3. 1. Nodaļa, 3. Atchadzē v Makedoniju, jā prasīl tībā pribūvāt v Efesī uvēšķivāt nekatārīh, štūbā anī neučīli inomu i nezanimālis basnēmi i radoslovlēnēmi бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Pāvils saka, ka sludināšanas mērķis. Pāvil gavrīt, što cēļ. Tā ir mīlestība. Eta ļubov. No skaidras sirds. At čistava sirdsa. Tīra sirdsapziņa. Čistaja sovesti. Lai mēs staigā tīrā sirdsapziņā. Štūpa mēs hādīli čistai sovesti. Un trešais nelīkuļot ticību. I trētie, eta bezupriečnaja viera, bez, nu, tā, to esi istinā viera. Es ticu, ka katru dievkalpojumu mērķis. Я верю, что цель каждого служения – чтобы поднять Божьих детей в вере. В какой вере? Tāda ticība, ka mēs esam Jēzū Kristu. В такой вере, что мы во Христе Иисусе. Vēl viena lieta, kas ir ļoti fundamentāla manā dzīvē. Еще одна фундаментальная вещь. Es arī Kandavā to atkal atgādināju, un es tev pats sev vienmēr atgādinu šo. Я могу тебе напомнить и себе это напоминаю каждый раз. Kādreiz jau pavisam agri, kad es biju pavisam jauns ticīgais. Когда-то, когда я был совсем новым верующим, неоткарigne no vien, Dievs man deva atklāsmi. Не от зависимо ни от кого Бог es дал мне. Es patrakstu savu nezināju tā. Откровение, я даже ещё Писание не знал. Es sev garā redzēju Jēzu Kristu. Я в духе увидел себя во Христе Иисусе. Pie Dieva labās rokas. У правой руки Бога. Debesīs. На небе. Pār visam varam un spēkiem. Над всеми властями и силами. Tā nebija brīdī, es izjūtu, ka man ir milzīga autoritāte pār velnu. И тогда я почувствовал, что есть великий авторитет. Es par viņu smējos.
над дьяволом, и я над ним смеялся. Tāpēc, ka es sapratu, cik viņš ir zem manām kājām. Потому что я понял, насколько он под моими ногами. Un es sapratu, cik es esmu liels uzvarētājs Jēzu Kristu. И я понял, насколько великий победитель Иисусе, что ничто на этой земле. Nespēj apstādināt tevi vairs. Не может тебя больше остановить. Tev ir vara. У тебя есть Tev власть. Ir spēks. У тебя есть сила. Par visām dabas stihijām. Над всеми стихиями. Par visām ekonomikām. Над всеми экономиками. Par visiem uzbrukumiem. Над всеми, par visām velna varām. Атаками, над всеми властями. Par visu, ko viņš dara. Над всем, что он Tāpēc, делает. Ka tu esi. Потому что ты. Novietots. Katrs Dieva bērns ir novietots Jēzū Kristu. Каждое дитё Божие во Христе Иисусе. Pieņemdams Jēzu Kristu, esi Jēzū Kristu. Принимай Иисуса Христа, ты есть в Иисусе. Mums Bībele māca tērpieties viņā. Библия учит оденьтесь в нем, живите в нем, ходите в нем. Un pie tam vēl pie Dieva labās rokas. И еще более у правой руки Бога. Starp Dievu un starp tevi nav nekā, kā tikai Jēzus. Между тобой и Богом нет ничего, как Jēzus kā priesteris. Иисус, он пророк. Un tālāk ejam mēs. Священник и потом мы. Ne eņģeļi. Ne angeli. Ne cilvēki. Ne люди. Tu zini, un katra šī pozīcija. И каждая эта позиция. Ir dota katram Dieva bērnam. Это дано каждому дитю Божьему. Un Dievs grib, lai mums par to ir atklāsme. И Бог желает, чтобы мы имели откровение. Lai mums ir sirdī skaidrība, kas mēs esam. Чтобы в нашем сердце была ясность, что кем мы являемся. Pilni ticības. Полны веры. Un kad tu būsi pilns ticības, tu būsi pilns autoritātes. Когда ты будешь полон веры, ты будешь полон авторитета. Un kad tev būs pilna ticība un pilna autoritāte, būs pilnīgs svaidījums par tevi. И когда будет полная вера, полный авторитет, будет полноценное помазание. Un to Dievs grib, lai tas notiek mūsu dievkalpojumos. Amen. И это есть то, что Бог желает увидеть в наших служениях. Lai mēs tērpamies Kristu. Чтобы мы оделись во Христа. Un staigājam spēkā. И ходили в силе. Mēs ejam pa šo pasauli. Мы ходим по этому миру. Uz mums ir spiediens. На нас есть давление. Mums ir grūtības. У нас есть трудности. Mēs redzam sliktu visu ko. Мы разные плохие вещи видим. Bet Dievs grib, lai mēs dzīvojam nevis skatīšanā. Но Бог хочет, чтобы мы видели не взглядом. Bet mēs lai staigājam ticībā. Но чтобы мы ходили по вере. Ticēdam tam. Уверен, kur viņš mums ir novietojis Jēzu Kristu. Что он положил нас во Христе Иисусе. Lūk, tāpēc, draudze, viss, kas notiek, draudze. Поэтому все, что происходит в церкви. Vai tā ir atbrīvošana? Это освобождение. Vai tā ir dvēseles dziedināšana? Или это исцеление Vai души? Vai tā ir sludināšana? Или это проповедь? Vai tā ir pagrīdu vārtīšanās? Или это лежание на полу? Vai tā ir slavēšana priekā un lēkāšana šeit zem Svētā Gara? Или это прославление в Духе Святом в радости? Viss ir ar vienu mērķi. Все с одной целью. Lai tu saprastu un saņemtu un būtu piepildīts ar to, kas tu esi Jēzu Kristu. Чтобы ты понял, чтобы ты получил то, кем ты являешься во Христе Иисусе. Lai tu staigātu tāpat, kā Jēzus staigāja pa šo zemi. Чтобы ты ходил так же, как Иисус по этой земле. Un noliec sev šo mērķi savā dzīvē. И поставил эту цель в этой жизни. Ja Bībele faktiski saka, потому что Библия фактически говорит, ka Jēzus ir pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Что Иисус, он первородный посреди братьев. Un vēl vienu dienu, un vēl Bībele saka, vienu dienu, kad tu stāvēsi Dieva priekšā. И еще Библия говорит, когда один день ты будешь перед Богом, tu stāvēsi un būs kā viņš. Ты будешь стоять перед ним и будешь как Иисус. Фактически, Dievs mums šodien padarīs. Фактически, Бог нас сегодня сделает. Draudz Dievs ir padarījis. Церковь Бог сделал. Par Jēzu Kristu. Иисусом Христом. Tu esi viņa rokas. Ты являешься его руками. Tu esi viņa kājas. Ты его ноги. Tu esi viņa mute. Ты его уста. Tu esi viņa spēks šeit virs zemes. Ты Caur tevi plūst viņa spēks. И в тебе его сила. Viņam nav cita plāna. У него нет другого Mēs бежим вен лузом Dievam, Dievs dod spēku visu, viņš tev visu ir devis jau Jēzu Kristu. Мы просим Богу дай силу, но Бог уже дал силу. Он тебе всё дал. Kad tev piedzimst bērns maziņš. Когда тебе рождается маленький ребёнок. Viņš nav kurkuls. Он не растит. Он не такой, как лягушка с этим с хвостиком. Он просто там нотек эволюции. И потом эволюция проходит. Израл крокас, израл кайс. Потом вырастают руки и ноги. Tā и nenotiek. Развивает. Так no не pirmās происходит. Dienas, kad cilvēks piedzimst. С первого дня, когда человек Tu paskaties uz viņu, un tu redzi, viņš ir cilvēks. Ты посмотришь на него, ты видишь, это человек. Pēc tēva un mammas līdzības. По Nes iekšā tēva un mammas ģenētiku. Отцу и подобию матери и отца. Vienīgā starpība. Единственная разница. Ka viņš tur guļ diezgan nevarīgs. Что он такой беспомощный. Он наviemācies lietot rokas. И не научился использовать руки. Наviemācies lietot kājas. Не научился использовать Наviemācies lietot savu prātu. Не научился ещё использовать Наviemācies lietot savu valodu.
не научился использовать свой язык. Он так от бэнс аукта пару он прецаяс. И когда ребенок растет, ты радуешься за него. Смелш кастает это если лепешкас. Когда он делает лепешки в песочнице. Он сказал, я буду школотаясь, я буду слуденатаясь. Я буду проповедник или я буду учитель. Но вас когда я думаю, как но вини. Как думаешь, может какой из него? Когда отец и мама то вен алга прецаяс. Но мама как отец и мать ты все равно радуешься. Тоже муж бэн кадрес Санта Маза. Как наши дети Санта маленькая. Масас, мейта, и дочь. Ну, я, та. Маздалс, короче. Они оба одного возраста. Там был день рождения, они сели на стол. Галдс бы пестом цен обсадишься. Они сели на стол, который к стене под. Одели большие солнечные очки, взяли Библию вот так. Это был мацитайс, тогда ты клаусис, я? Я буду пастором, а ты слушай. Они там с брилс крит нос, он что-нибудь нами тейкс том. Все время он... Он там что-то сова волода, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И он учит. Он скатывается, он ценшас адерина топаш динамику, как ман. И он старается повторить эту динамику, то, что он видел. Ja tu ieraudzītu 20 gadīgu tādu sludinātāju, если ты увидел 20-летнего такого tu pateik, ka es viņu pēdējo reizi tu uzaicināšu. Es viņu vairāk dzirdēt negribu. Я больше не хочу его слышать. Bet neskam dēļ par to mazo bērnu, tu priecājies. Но за этого маленького ребенка ты радуешься. Tāpēc es tev gribu pateikt, tu, kas šodien dari Dieva darbus, varbūt viņi neveikli. Может, ты сегодня тоже Varbūt делаешь дела. Varbūt tu krīt un celies. Может, ты постоишь падаешь. Tā kā mazs bērns. И такие неуклюжие Божьи дела. Tev saļodzas kājas. Тебе, может, ноги считаются. Nespēj nostāvēt ticībā. Не можешь устоять в вере. Bet Dievs tik un tā uz tevi lūkojas, kā uz savu dēlu, kā uz savu meitu. Но Бог все равно на тебя смотрит, как на своего сына и дочь. Kā uz to, kurš vien dien piecelsies spēkā. Как на того, кто однажды встанет в силе. Izies ringā. Выйдет в ринг. Un sados sātanam tā. И даст дьяволу так. Ka viņš vairs tevi redzēt negribē. Что он не захочет тебя видеть больше. Stāvēs šāvien attālumā no tevī. И будет стоять на расстоянии выстрела. Tas viss ir reāli. Это все реально. Katru mūsu dzīvē. В каждой жизни. Un tas ir Dieva plāns un Dieva mērķis. Это Божьи планы, Божьи цели. Un katras grūtības šodien tavā dzīvē. И каждой трудности в твоей жизни. Lai šodien ir kā pakāpiens. Пусть они будут как ступенька. Viņa slavā. Ближе к его славе. Tāpēc, ka Dieva vārds saka. Потому что Божье слово говорит. Viss, kas mums nāks mūsu dzīvē. Все, что придет в нашу жизнь. Ja es teicu, turiet droši prāt, es esmu uzvarējis. Держитесь смело, я победил. Un jūs esat uzvarētāji. И вы победители. Tu pasaki sev tagad, es esmu uzvarētājs. Скажи себе, я победитель. Man ir Jēzus. Во мне есть Иисус. Man ir Jēzus. Во мне есть Иисус. Apliecin to. Tu zini, cilvēkam notiks tas, ko tu runā. Человеку будет то, что ты говоришь. Kādu laiku apakaļ mums bērnu, man Santai bija kārpas uz rokām. Какое-то время назад. Es vakar Kandavā to atcerējos un liecināju. Вчера мы в Кандаве мы вспомнили и пятницу и свидетельствовал, что у него было на руке такие, даже не знаю, как по-русски это. Кārpas, бородавки. Бородавки, да. Jā. Un, nu, viss ir tāds diezgan liels tāds. Viņa te pirksti smalki un tās kārpas liels. Эти бородавки такие большие мешают. Man tas tā kaut kā nepatīk. Un мне так не нравилось. Боже мой, meitene, skaistas rociņas. Девочка и красивые руки. Un es vairākas reizes lūdzu. Я несколько раз молился. Un liekas, uzreiz nekas nenotiek. И казалось, сразу ничего не происходит. Bet pēc kaut kāda laika es vairs nemāku pateikt, cik tie mēneši pagājuši bija. Я через какое-то время, не скажу, сколько месяцев. Es bērnam prasu, kā tev ar tām kārpām. Прошло, я спрашиваю, как у тебя эти бородавки. Viņa saka, nav vairāk, viena tur vēl iet projām, nīkst ārā. Она говорит, нету больше, вот еще одна там еще. Lai kā man likās, ka tā lūkšana, es domāju, nu kas vēl vajag, lai viņš darbotos? Я думал, когда это молился, что еще необходимо, чтобы это действовало? Bet viņš darbojās. Но это действует. Ticēt nevar pamēģināt, ticēt ir vienkārši jādzīvo tā un jātic. Веру нельзя попробовать, надо просто жить и верить. Tas, ka tu lūdz kaut ko. То, что когда ты молишься, ka tas notiks. Ты знаешь, что это произойдет. Tu esi pēc Dieva līdzības radīts. Если ты по Божью подобенность. Vārdi, ko tu saki, tie notiks. Слова, которые ты говоришь, teiksi, скажи, slikto, tas arī notiks. То, что плохое скажешь, это тоже сбудется. Bet tev, kā Dieva bērnam, nav nekas slikts paredzēts. Но тебе, как дитю Божьему, не предназначено ничего плохое. Religija vienmēr cilvēkus māca tā, kad религия учит людей всегда так.
Dievs kaut ko dara, un mums reizēm nav saprotams, ko viņš dara. Бог иногда делает что-то, но и нам непонятно, что он делает. Viņam viena, varbūt ir griba dziedināt, varbūt nav griba dziedināt. Может, у него есть воля исцелить, может, нету воли исцелить. Varbūt ir griba svētīt, varbūt nav griba svētīt, nezinu. Может, у него есть желание воля благословить или может нет воли благословить. Dievā tā teiks ļoti skaidri. Божьем слове сказано. Caur Jēzus Kristu es dziedināts. Через Иисуса Христа ты исцелен. Через Иисуса ты благословен. Через Иисуса благословен твой дом. Твоя экономика. Tavs finanses. Твои финансы. Tas šodien ir tā. Это сегодня так. It kā tas piederētu Jēzum. Как бы это принадлежало Иисусу. Viena no vēl manām fundamentālajām atklāsmēm. Одна из самых главных фундаментальных откровений. Manas personīgās atklāsmes. Мои личные откровения. Es gribu pateikt, ka tev jābūt savām atklāsmēm. Я хочу сказать, что тебе должны быть свои. Ты не можешь изживать от цита отклāsmēm. Свои откровения ты не сможешь жить. Tāpēc, ka katrs taisnais dzīvos no savas ticības. Свои откровения. Амен. Каждый праведник по своей вере жить. Это каждый может получить. Lai tev Svētais Gars to runā tavā sirdī. Пусть Дух Святой это откроет тебе твоим сердцем. Un man vienreiz Dievs teica tā. Мне Бог сказал так. Ka visi tavi grēki ir uz Jēzus. Что все твои грехи на Иисусе. Viss tavs lāsts ir uz Jēzus. Все твое проклятие на Иисусе. Visas tavas nabadzības slimības, viss ir uz Jēzus. Все твое нищета, все на Иисуса. Un tev pieder viņa taisnība. И тебе принадлежит его праведность. Kā vīrs, kurš piepildīja bauslību. Как муж, который исполнил закон. Visam, visai šai bauslībai pieder labam kaut kādu. Во всем этом законе Tāpēc, есть... 5. Mūzes 28. Nodaļā teikts. Там есть какие-то благи тоже. Tās, kurš paklausīgs tam kungam. Второзаконие сказано, tās, kurš tur visu bauslību. Послушается Господу, держит закон. Tam būs tās un tās un tās un tās, visi tie labumi. Tu zini visus tos. У него будет то и то и то хорошее. Tev vajag lasīt 5. Mūzes 28. Nodaļu, 1. Надо... Daļu. Надо прочитать первую часть второзакония 28. А вторую часть не Viņš надо читать. Он был проклят на кресте, он взял это на себя. Tev šodien pieder šī pirmā daļa. Тебе принадлежит эта первая часть. Nepelnīt. Незаслуженно. Kā apmaiņa pie krusta. Как обмен на кресте. Ir notikusi tā kā šahā rokāda, samainīt vietām. Есть как рокада в шахе происходит, что поменяли местами. Tiesai vajadzēja būt par tevi. Надо было быть судом над тобой. Bet par tevi ir svētība. Но над тобой есть благословение. Par Jēzu vajadzēja būt svētībai. Над Иисусом надо Bet было par viņu bija Dieva tiesa. Но над ним было Божий суд. Man tas, man gavilēt gribas par to. Мне хочется восклицать об этом. Es jūtos, ka cietumnieks, zin, kādreiz es vienreiz atceros, ka man bija mokoši sapņi. Я помню, у меня были такие сны плохие. Мучительные. Es domāju, ka par mani bija slepkavības gars vispār no dzimtas nāca. Я думал, что надо мной был какой-то дух убийства от Tāpēc, ka es redzēju daudzas reizes sapnī, vairākas reizes. Потому что я несколько раз в Ka es nogalinu cilvēku. Что я убиваю человека. Viens sapnis bija, ka es tur draugu sacirtu gabalos. Viņš kaut ko tur pret mani tur protestēja, es paņēmu vienkārši kaut kādu cērtumu un nodragāju viņu. Один Tas bija sapnis, sapnis. Сон был такой, сон был такой, что просто друга порубил. Сабазу viņu maisā un nesu kaut kur izmest. Я просто в мешок его Un viss tas ir šausmīgās kaut kādās šausmās tādās. И это все в каком-то ужасе. Priekšnojautā, ka tevi noķers. Такое предчувствие, что тебя поймают. Un tu esi nonācis tādā dzīves posmā. Ты попал в такой промежуток жизни. Ты visu gribētu pagriezt atpakaļ. Ты все хотел бы повернуть обратно. Un neko nevar pagriezt atpakaļ, viņš viss notiek. И ничего не можешь повернуть назад, Un ir tāda sajūta, ka tūlīt būs policija klāt. И кажется, такое предчувствие, что сейчас полиция будет. Un ka tava dzīve ir sačakarēta pilnīgi līdz galam. И что твоя жизнь испорчена вообще дальше некуда. Un tas bija vairākas reizes. Это было несколько Vairāk tādas sapņi man bija. Un несколько таких снов было. Kopš es atgriezos pie Dieva. С тех со времени, как я покаялся. Man šie sapņi pazūd vienkārši. Эти сны они пропали. Bet šī sajūta. Но это чувство. Šī pirmstiesas sajūta. Это чувство перед судом. Bailes. Страх. Es ticu, ka tas ir kaut kas līdzīgs, kas būs ellē. Я верю, что это будет что-то похожее, что в аду будет. Neko nevar mainīt. Ничто нельзя изменить. Трагиски. Трагически. Tiesas zāle. Судный зал. Un tu zini, ka būs spriedums pēc tam. И ты знаешь, что будет приговор. Un es tev gribu pateikt, mēs visi tādi bijām. И я хочу сказать, мы все такие были. Mēs kā cilvēks esam tik tālu bijuši atkrituši no Dieva. Мы как человечество, мы так далеко от Бога были. Ушли. Tik tālu atkrituši. Отпали от Бога настолько. Ka mums vienīgais, kas pienācās, tas ir tiesas spriedums, vainīgs. Это единственное, что нам полагалось, это приговор виновен. Un mūžīgi uguns. И вечный огонь.
Un tu zini, cik šodien labi apzināties. И ты понимаешь, насколько хорошо сегодня осознать. Ka Jēzus to visu spriedumu paņēmis uz sevi. Что Иисус весь этот приговор взял на себя. Viņš šis драматiskākā veidā bija spīdzināts. Его драматическим образом просто пытали, убили. Aizgājis ellē. Пошёл в ад. Par mums. За нас. Lai mums atbrīvot. Чтобы нас освободить. Lai tanī dienā, kad mēs nomirsim un stāsimies Dievu priekšā. Чтобы в тот день, когда мы умрём и станем перед Богом. Mums nevajadzētu ieiet tiesas zālē. Нам не надо было заходить в зал суда. Tur būs tiesas zāle. Там будет зал суда. Kur Dievs tiesās visas tautas. Но Бог будет судить все народы. Bet pa ceļam uz šo tiesas zāli. Но по дороге на этот зал. Tevi novirzīs un teiks, Jēzus teiks, tie manējie. Иисус скажет, это мои. Viņi neiet tiesā. Они не идут под суд. Bet viņi iet, lai saņemtu balvu. Но они идут, чтобы получить награду. Ticības vainagus. Венок веры. Visupirms jau mūžīgā dzīvība, kas pieder visiem. Во-первых, вечная жизнь, которая всем принадлежит. Un šis fakts, to faktu nekas nespēj grozīt. И этот факт ничто не может изменить. Но та, но šis glābšanas var atteikties tikai tu pats. От этого спасения ты можешь только сам отказаться. Ja vari sākt tā grēkot. Или начать так грешить. Ka tu vienkārši garīgi nomirs, tā kā otrais. Что ты просто духовно умираешь, как бы второй раз. Никто не может это тебе отобрать. Он знает то, по кое сегодня грибы те, как драузес, ир дауд стадус мацибс сегодня ненак. И хочу сказать, что в церкви много учений приходит. Сак парадите стадус грамотс пар ари латвиш валода тулкота сё. И есть такие книги, их уже на латышский переводят. Например, мы с повисом несен би каукур каукад парс года покаль. Пару лет назад. Septiņi jaunieši, kas redzēja, kas bija ellē. И семь молодых парней, которые видели ад. Es nezinu, kādā veidā. Я не знаю, каким образом. Tā kā ticīgi cilvēki. Верующие люди. Kādā veidā viņi var redzēt šādas vīzijas. Каким образом они могут увидеть такие видения? Tāpēc, ka tā vīzija pilnīgi klājā pretrunā. Потому что это видение совершенно противоречит. Tur bija tās, ka cilvēks gāja draudzē. Там был человек, который ходил в церковь. Nedēļu desmito tiesu. Не давал десятину. Un nokļuva ellē. И попал в ад. Un balstoties, izlasot tādu grāmatu, man bija uzreiz pirmais jautājums. И прочитая такую книгу, мне было. Vai mana ticība? Моя вера. Un mana glābšana. И моё спасение. Ir balstīta uz maniem darbiem. Основывается на мои дела. Vai es to, ko paveicu Jēzus? Или на то, что сделал Иисус? Cilvēkam dzīvē ir vairākas grēku nožēles, vairāk veidi. У людей есть несколько покаяний. Pirmā ir glābjošā grēka nožēle. Первое это спасающее. Tā kā tu apzinies, ka tu esi grēcinieks. Когда ты осознаешь, что ты грешник. Un to tu dari vienreiz mūžā. И это делаешь один раз в жизни. Tātad, ja esi priekšā. Ты приходишь перед Иисусом. Un tu saki, kungs, piedod, es esmu bijis grēcinieks, es esmu bijis. Прости, Господи, я был грешен, я был далёк от тебя. Es tev lūdzu šodien piedošanu par visu savu grēcīgo dabu. Прошу тебя прости всю мою греховную природу. И ты получаешь прощение. Un pēc tam ir otra grēka nožēle tavā dzīvē. И потом есть второе покаяние в твоей жизни. Tad, kad tu krīt. Когда ты падаешь. Otrs veids, varētu teikt. Другой вид покаяния, можно сказать. Tas ir tad, kad tu krīt. Когда ты спотыкаешься, падаешь. Bībele saka, ka taisnais krīt 10 reizes vai cik, 7 reizes. Праведник падает 7 раз. Un atkal ceļās augšā. И снова встает. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka vienmēr. Потому что всегда. Tev ir Jēzus asins. У тебя есть кровь. Ko piesaukt par sevi. Что призвать ко себя. Ko apliecināt par sevi. Что исповедовать над собой. Un tu nožēlo to, ko tu esi darījis. И ты каешься в том, что ты делал. Un tu piecelies caur Jēzus asinīm, tu atkal esi svētīts. И ты встаёшь через кровь Христа, и ты снова Lietojiet to. Используйте это. Lietojiet to savā dzīvē. Пользуйтесь этим в своей жизни. Ja tu nelietos Jēzus asins. Если ты не будешь пользоваться кровью Христа. Ja tu kritīs grēkā. Будешь падать в грех. Un par to iet, kā viss kārtībā. И как бы, а, все в порядке, все в порядке. Neko nedarīs ar to. Ничего не будешь делать с этим. Tavs sirds nocietināsies. Твое сердце станет таким твердым. Pienāks vien dien. И наступит день. Kad tu vairs nejūtīsi Dievu. Что ты не почувствуешь Бога. Kad tu viņu vairs neticēsi viņam. Что ты не поверишь в Него. Un var atnākt garīgi nāvu tavā dzīvē. И может прийти духовная смерть в твою жизнь. Un ir vēl trešā grēka nožēles veids. Есть еще третий вид покаяния. Но es to tā redzu vismaz. Я это, по крайней мере, Tas так ir tad, вижу. Kad tu kaut kādā savas dzīves posmā. Это когда ты в своей какой-то промежутке своей жизни. Ejot cauri tas, ko mēs saucam par apgraizīšanu. Проходя какое-то, как мы то, что называем это обрезание. Tad, kad tu ieraugs savu slikto raksturu. Когда ты увидишь свой плохой характер. Tavas sirds Dievu priekšā ir salausta par to, ka tu ieraugi
Твое дабу, дабу. Сердце перед Богом, оно как бы сломлено из-за того, что ты видишь свою греховную природу. Un tad tu nožēlo Dievu priekšā. Sakungs piedod. Prasti, Gospod. Es ieraudzīju, kaut kas pretīgs ir manī. Я увидел что-то плохое. Es gribu no tā atdalīties. Я хочу от этого освободиться. Šāda grēka nožēla viņi nedod mūžīgu dzīvību. Такое покаяние не дает вечной жизни. Мужику дзивіб тебе дав перма греку ножел. Вечную жизнь тебе дал первое покаяние. Чи треша греку ножел. Но это третий образ. Та, это твой сердце отъексмо пред греку. Это третий вид, это твое отношение. Твое сердце отъексмо пред нетири. К греху, к нечистоте. Он это льоти лаби. И это очень хорошо. Я мы стагаем от Дев. Что мы ходим с Богом. Он ляуем в нем свою майнить. И позволяем себя менять. Мне не сбито с мана дзивіб этот период. В моей жизни был такой период. Я заудзināju savu dēlu, nu jau viņš liels. Я выращивал своего сына, он сейчас уже вырос большой. Viņam pāri pa 30 gadi jau. Viņu уже за 30. Ļoti liels izaudzis. Очень большой вырос. Lielāks pa mani. Больше меня. Es nezinu, nesaprotu, kāpēc Latvijā tā ir. Я не знаю, почему в Латвии. Дел винер гарак по тевиям. Сыновья всегда выше. Кац обстався свинец, не знаю. Когда это остановится, не знаю. Кац будет под 100 годов. Что через 100 лет будет? Кац будет видеть саугум с латвиши. Какой будет средний рост? Мы же были повисом мас спуйка. Он был совершенно маленький. Мы с Айсбрауцем ар слидам слидот, ар скритуль слидам. Мы поехали на роликах в коньках кататься. У нас есть свинмер бей саграк тац, но агрессив тац. Я раньше был такой агрессивный. Ну не милый, кстати, я как. Не очень такой любезный. Я варю арвардем, садот, сасиста. Я мог словами просто. Варю без вардем. Мог и без слов. Bet ar vārdiem es vienkārši savam bērnam uzbraucu. Я просто наехал на ребёнка словами. Ну риктиг узбрауц какого-то. Носодиню тад пинес тад. Видишь, у него масса сацис. У него слёзы на глазах появились. Он на машине набрался. Я еду на машине. Думаю, та вот. Ir kārtīgs vecis. Вот так, чтобы как Айсброс pie mājas. Мужик, чтобы вырос. Айсброс pie mājas. Приехал до дома. Viņš izkāpa ārā. Он вышел. Es sataisies kāpt ārā. Я собираюсь выходить. Святой Господь сказал, что я грехую пред своим Даилом. И Дух Святой говорит, ты согрешил против своего сына. Он тоже не в тот момент ieraudzīja. Я в тот момент увидел. Vienkārši tad, kad Dievs tev atklāja. Когда Дух Святой тебе открывает. Tad ieraug to pilnīgā gaismā. Ты видишь это в совершенном свете. Un es ieraudzīju, ka vienkārši ar saviem vārdiem un visu slepkavoju savu bērnu kā personību. И я увидел, что своими словами я убиваю своего сына как личность, я уничтожаю его. Un Svētais Gars saka, aizēj, palūdzu viņam piedošanu. И Дух Святой сказал, иди попроси прощения. Preš manis tā bija kārtīga stunda tāda. Это для меня был хороший урок. Jo es nu nebija tāds, kas var īpaši tur prasīt cilvēkiem piedošanu. Я не был из тех, кто... Tad Dievs tiešām ir izmainījis. Кто мог прощения просить у людей. Es iegāju istabā un prasu viņam, es saku, Dievs piedod, es tev uzbraucu, nu es darīju nepareizi. Я говорил, прости, сын, я наехал на тебя там, и на это было не было. Viņš savu saka, es zinu. Он через... Izrādās, viņš zina, es nezināju tikai. Он говорит, я знаю. Святым гарам man vajadzēja atklāt. Духу Святому надо было мне atklāt. Bet zinot, šis Dieva pieskāriens. Это, но Божие прикосновение. Man viņš radīja tādu salaustu sirdi. Но это сотворило у меня сокрушенное сердце. Kas teica, Dievs piedod man, ka es tāds esmu. Прости меня, Господь, что я таким являюсь. Dievs dari kaut ko, lai man izmainītu. Сделай что-то, чтобы изменить меня. Un es ticu, ka tā lūkšana darbojas vēl šodien, viņš maina vēl līdz šai dienai man. Я верю, что эта молитва действует. Jo šīs lietas nav viegli atstāt. По сей день он меня меняет. Tas jāliek tā kā pie krusta, viņas tev jānomirst. И потому что они должны быть умереть как. Bet es tev vienu lietu gribu pateikt. Но одну вещь хочу сказать. Tā nebrīdī, kad es uzbraucu savam dēlam. В тот момент, когда я наехал на своего сына. Es tik un tā biju izglābts kristietis. Я всё равно был спасён. Es tik un tā biju Dieva bērns. Я всё равно был дитём Божьим. Es tik un tā varēju izdzīt valns. Я всё равно мог изменить. Es tik un tā varēju ticēt. Я всё равно мог верить. Vienkārši tas bija kaut kāds laiks. Ну всё, просто это было какое-то время. Когда оттираемся. Когда очищаемся. Un tas ir katra cilvēka dzīvē. Это в жизни каждого человека. Tāpēc neļauj iepīt sevi tādās mācībās. Поэтому не позволяй себя впутать в разные учения. Kas tev liks baidīties un dzīvot mokās un bailēs no Elles. Которые заставят тебя жить в страхе. Ticīgais, kurš tic Jēzum Kristum. Верующий, который верит в Иисуса Христа. Tu neredzēsi Elli. Ты не увидишь ад. Tu šodien esi Dieva bērns. Ты сегодня дитё Божие. Tu šodien esi ķēniņ bērns. Ты сегодня дитё царя. Draudz ir tā vieta, kur tev māca, kā dzīvot, kā ķēniņ bērnam. Церковь это то место, где тебе учат, как жить, как дитё Божие. Ķēniņ bērni nesēž pie musurņiekiem. Дети царя не сидят у мусорников. Nebarojās ar surogātiem. Не кормят себя суррогатами. Nestaigā ar padibenēm. Не ходят с разными побросками.
Viņi staigā uzvarā, viņi staigā spēkā. Они ходят в победе. Draudze tā vieta tieši, kur to jāiemācās darīt. Amen. И церковь это место, где надо учиться. Draudze tā vieta, kur mums jāaug ticībā. Поэтому церковь есть то место, где надо возрастать. Piepildītiem ar Dieva spēku. Наполненными Божьей силой. Un otrād, draudze nedrīkst būt tā, kur tevi sit ar vārdu. И церковь не должна быть та, которая бьёт тебя словом. Draudze ir tā, kurā jāparāda tā pati atklāsme, tā pati gaisma, ko Kristus tev grib parādīt. И церковь должна быть той, которая показывает тот же свет, который Иисус хочет показать. Kad man ir bijis problēmas. Когда у меня были проблемы. Es vienmēr saucu uz Dievu. Я всегда взывал к Богу. Un es lūdzu, Kungs, parādi man, atklāj, pieskaries man. Я просил Бог, покажи мне, открой мне, коснись меня. Un tu zini, nevienu reizi par šiem gadiem. И ни один раз за эти года. Es no Dieva neesmu dzirdējis, tu esi duraks, tu esi čēms, tu esi nekam nederīgs. Я не слышал от Бога, ты дурак, ты там такой-то, ты ничему не годный. Nevienu reizi. Ни один раз. Viņš vienmēr man ir rādījis. Он всегда мне показывал. Es esmu Jēzus Kristus Dieva bērns. Я дитя Божие во Христе Иисусе. Es esmu svētīts, tad kad man licies, ka galīgi dimbā. Я благословен, когда мне казалось, что я вообще. Es pieļāvos desmitiem kļūdas. Я совершал много ошибок. Viņš vienalga rāda to, kas tu esi. Он все равно показывает, кем ты являешься. Tā kā viņš Bībelē teicis. Как он в Библии сказал. Es vadīšu viņus tuksnesī. Я буду вести через пустыню. Un runāšu mīlīgi ar viņiem. И буду мило с ними разговаривать. Без нособдим. Без осуждения. Не буду бить. Es zinu, ka kādreiz bija man Dievs atklāja par šo pozīciju Jēzu Kristu. Когда Бог мне открыл эту позицию в Иисусе Христе. Man vajadzēja to pielietot. Мне надо было это использовать. Man vēl pietrūk mācības, zināšana, kā to darīt. Мне не хватило учений, знаний, как это делать. Pēc pāris nedēļām. И через пару недель. Tad, kad neatnāca finanses. Когда они приходили финансы? Бизнеса саучамая мums, kas tur bija toreiz. В том бизнесе, что у нас был в тот раз. Es iekritu depresijā. Я упал в депрессию. Un Svētais Gars, kad viņš atnāca pie manis. И когда Дух Святой пришёл. Viņš man nerāja un neiznīcināja. Он не ругался и не уничтожил меня. Viņa tā valoda, kad viņš atnāca, viņš mašīnā reāli piepildījās ar Dievu klātbūtni tas Просто auto. Просто машина реально наполнилась Божьим присутствием. Un No tās viņa klātbūtnes. От этого Божьего присутствия. Nebija nekā neiznīcinoša. Не было ничего такого, что уничтожало бы. Man prieks bija. У меня была радость. Bija viņa vārds skanēja apmēram tā. Его слова звучали примерно так. Kā tu vari neticēt tam, kurš radīs visumu? Как ты можешь не поверить того, кто сотворил вселенную? Un kurš tev šodien apsola, ka tu būsi svētīts visās lietās. И который сегодня обещает тебе, что ты будешь благословен во всех делах. Un man tikai tā viņa forša balss un viņa tas tā valoda, kādā viņš runāja. И этот голос, этот язык, как он Израиси говорил, прияку. Это просто открыло Tas радость. Man rādi izei. Это показало мне выход. Un es no tā ieraudzīs to. И с этого я увидел. Un man vienkārši radās grēku nožēla. Мне просто пришло покаяние. Par savu neticību. О своем неверии. Вот tā runā Dievs. Вот так Бог говорит. Tāpēc, ka viņš visu sodu. Потому что он... Visu tiesu. Он всю... Līdzis ir uz Jēzu Kristu. Возложил на Иисуса Христа. Un Romiešu 8. Nodaļa, 1. Pašā pantiņā teikts. И Римлянам 8. Главе 1. Nav nosodījumu tiem, kas ir Jēzu Kristu. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Tu vari Kristu un celties, bet Dievs tevi netiesā. Ты можешь... Бог не осуждает тебя. Ir tādi bērni. Есть такие дети. Tādi tēvi, pareizāk sakot. Такие отцы, правильно. Kuram, ja bērns nokrīt, ejot pa ielu. Если ребенок падает. Aizstirās kāja, neveiklas ir kaut kas. Un kakaita situācija, ребенок padēt. Vai saplēš kaut ko. Или что-то сломает. Vecāki uzreiz saka, ui, tu kas tev, tu teļš tāds, nemāks taigāt. Tas tev rokas nevietā izaugušas. Tiļonok, что ты падаешь, не можешь пойти. Tas ir nosodījums. Это осуждение. Bet labi vecāki parasti saka tā. Ну, хорошие родители обычно говорят. Nekas. Ничего. Nopirksim jaunu. Купим то, другое. Ко ты сасит. То, что ты поломал. Целый саукша. Ты можешь стайгать. Ты можешь ходить. Вот так, Dievs. Вот такой Бог. Dievs ir labais tēvs. Бог есть добрый Dievs отец. Dievs tēvs ir tas, kurš mīl savus bērnus. Он тот, кто любит своих Viņš детей. Viņš ir tas, ja tu vienreiz nokrit. Если ты один раз упал. Viņš saka, целый саукша. Он говорит, вставай. То есть чайный бэнс. Ты ведут все вара. Тебе дана вся власть. Ты vienreiz ticēji. Ты верил. Он несагайди. И не дождался. Он ту вилы сакай, некас ненотек. И ты разочаровался, думаешь, ничего не происходит. Скад лайк Святой Сгарст, ты вакал отъел, но ты циба. И через какое-то время Дух Святой тебя возновляет веру. Вишь, целый саукша. Вставай. Viņš tev nekad nenosodīs. Он тебя никогда не осудит. Kādreiz, kad es biju pavisam jauns dievbērns vēl. Когда я был молодым христианином. Es lasīju Вилкерсона грамотas. Я читал книги Дэвида Вилкерсона. Man viņus vienkārši iznīcināja.
Они просто уничтожали меня. Tāpēc, ka tur bija tā, es tev, ты cips, tev vē, tu vispār nē, tu vispār neko. Tev vispār caur ar tevi galīgi. Если у тебя нет веры, то все, ты покончил. Без мазва Элла. Все, ты в аду. Un man viņus vienmēr iedzina depresijā. И они меня всегда в аду. Tāpēc, ka tas bija laiks, kad es nespēju staigāt ticībā. Потому что это было время, когда я не мог ходить в вере. Un Dievs man izdziedināja pēc tam manu sirdi. И Бог потом исцелил моё сердце. Tas tāpēc, ka es visu mūžu biju kaut kādā nosodījumā bijis. Потому что я всю жизнь был в каком-то осуждении. Zīm staigājis. Под каким-то плохим знамем ходил. Dievs no tā atbrīvoja, amen. Бог меня освободил от этого, amen. Tāpēc es katram šodien gribu pateikt. Поэтому я каждому вам хочу сказать, Бог тебя любит. Dievs tevi ir izredzējis. Бог тебя избрал. Tas, ka tu šodien esi draudzē. То, что ты сегодня в церкви. Un pieņēmi Jēzu Kristu. И принимаешь Иисуса Христа. Atceries, kā apustuļi teica. Вспомни, как апостолы говорили. Но меня айсгая, как но я айсгая 80 мацеклей, палики только 12. От Иисуса ушли 80 учеников, остались только 12. Он спросил, вы тоже хотите идти? Те 12 джеки сказали, ну, мы тебе отзынешь, мы тебе отзынешь. И они говорят, нет, мы тебя признаем. Я сказал, юс мне отзынешь, а я юс не изрезаюсь. Как вы меня признали или я вас избрал? Es tev varu pateikt pilnīgi droši. Я тебе могу сказать. Ты сегодня пеняешь Jēzu. Ты сегодня принял Иисуса. Dievs tevi ir izredzējis. Бог тебя избрал. Tu esi izredzējis, tu esi aicināts un izredzējis Dieva valstībā. Избран и призван Божьим царством. Tu esi atsaucies šim aicinājumam. Ты призвался, отозвался этому. Viņš tevi ir sēdinājis Jēzu Kristu. Он тебя посадил во Христе Иисусе. Tāpēc šodien tev ir jāizmaina domāšana. Поэтому сегодня тебе надо изменить своё мышление. Tev vajag atjaunot prātu. Тебе надо возновить свой разум. Tu šodien esi kā ķēniņ bērns. Ты как дитё царя. Kura tēvam pieder vislielākā bagātība valstī. У которого самый богатый отец в государстве. Tu vari braukt vislabākajā mašīnā. Ты можешь ехать на самой лучшей машине. Dzīvot vislabākajā dzīvoklī. Жить в самом лучшем квартире. Staigāt vislabākajās drēbēs. Ходить в лучших одеждах. Bet tikai tāpēc, ka tavs prāts ir neatjaunots. Только потому, что твой разум не возобновлен. Tu vari ģērbties lupatās, mocīties pa dzīvi. Ты можешь мучиться по жизни. Nesaprastams, ka tev tas viss pieder. Не понимаешь, что тебе всё предано. Мне мумс тас пиедер, мумс сатанс vienkārši čakarē. Нам это всё принадлежит, просто дьявол обманывает. Tas no grieķu tulkojuma. Это из греческого перевода. Viņš vienkārši mūs man. Он обманывает. Viņš mūs melo. Он лжёт. Viņš mums cenšas atgādināt to, kas mēs esam bijuši. Он пытается напоминать, кем мы были. Nesen viena māsa. Недавно одна сестра. Viņa slavēšanā ir. Она в прославлении. Viņai naktī piezvanīja kaut kāda meitene. Какая-то девушка звонит ей. Viņa saka, ну, man pašnāvību gribas taisīt. Она говорит мне самоубийство. Она начала успокаивать. Она говорит, не делай. Апликацию я по кунгу. Исповедуй Иисуса Господом. Он так клаусился утра гала. И на втором no конце meitenes mutes из этой девушки парадес вирьеш балс из уст девушки начала Ко ты думаешь? Мужской голос, что ты представляешь? Pats Valns ar viņu sāka runāt. Сам дьявол начал Nezinu, с ней говорить. Kāda ranga demons tas bija. Не знаю, какого ранга демон это был. Bet tas demons. Но тот демон. Pateic tai slavētājai. Сказал это ей про Visus viņus grēkus, ko viņa agrāk darīja. Все эти грехи, что эта девушка делала раньше. Viņš teica, tu 6 gadu apakaļ tu biji manējā. 6 лет назад ты была моей. Un tā meitene turējās pretī tam velnam. И эта девушка, она противостояла ему. Viņa teica, jā, es biju tavējā. Я была твоей. Bet tagad es piederu Jēzum. Но сейчас я принадлежу Иисусу. Viņš teica, viņa, es tevi iznīcināšu. Он сказал, я уничтожу. Viņa teica, tu man nevar iznīcināt. Ты не можешь меня уничтожить. Tāpēc, ka tā tev jāiznīcina Jēzus. Тогда тебе Иисуса надо уничтожить. Un šī cīņa tur ilga divas dienas viņam. Эти два дня. Pirmā dienā 4 stundas naktī. В это первый день. Caur telefonu. 4 часа ночи. Un otrā dienā 4 stundas vēl naktī. И второй день. Вторую ночь 4 часа. Un rezultāts bija tāds, ka šī meitene pašās beigās varēja pateikt, Jēzus ir mans kungs. И результат таков, что в конце эта девушка Viņa uzvarēja to vēl. Иисус мой Господь. Šodien tavā un manā dzīvē viņš nāk slepenākos tādos apslēptākos veidos. Он в твою мою жизнь приходит, может, более ar meliem. Ar sajūtām. Ложью какими-то. Ar apstākļiem. Замаскированным больше. Мили, mēs visi esam uzvarētā. Vidē, но мы все победители. Tāpat kā mana meita bija dziedināta. Так же, как моя дочь была. Pirms vēl es sāku lūgt. Была исцелена до того, как я начал молиться. Tikai lūkšanas dēļ tas materializējās pēc kāda laika. Только из-за молитвы это материализуется. Tieši tāpat tu šodien esi svētīts. Ты сегодня также благословен. Tieši tāpat draudze šodien ir svētīta. Именно так же церковь сегодня благословена. Visa Dieva godība ir uz jums. Вся Божья слава Visa на вас. Dieva apgāde ir par jums. Вся Божья Debesu valstība ir debesu valstības nodrošinājums.
Все обеспечение Царства Небесного. Mums nav pašiem tas jāsarūkā. Нам на это не надо заработать. Tas nāk no Dieva, viņš nāk, viņš ir tavā dzīvē. Это приходит от Бога, это есть нопелните augļi. Это плоды, заработанные Иисусом. Tāpat mēs esam dziedināti Jēzū Kristu. И также мы исцелены во Христе Иисусе. Tev pieder šī dziedināšana. У тебя тебе принадлежит это. Miesa tev melo. Исцеление. Сатанс тебе мело, то справц тебе мело. Дьявол твой разум тебе лжёт. Iemācies to, ka valns dzīvo arī prātā. Научись узнать то, что Мусор пестишенс бруню цепор узвилт. Что дьявол в разуме живёт и надо. Контролёт сорцов, шлем спасения одевать, чтобы он не контролировал разум. Mums šodien jākļūst pilnīgiem atziņā. Нам надо быть полноценными. Сапратне, как мы сам Иезу Христу миле. В понимании, кем мы являемся во Христе Иисусе. Мы сам Дьявол дал, он Дьявол мейтес. Мы дети Божии, сыны. Мы полный пиедоц. Нам совершенно. Мы шодем Дьявол прекша, стайгаем. Мы ходим перед Богом. Та подка Иезу стайгая по земле. Так же как Иисус ходил на по земле. Я то думаю, та да с категория, скажи, слаб свой сликцвел. Если ты думаешь в категориях, я хороший или плохой. Та и религия. Это религия. Ja tu domā tādā kategorijā. Ja ты думаешь, размышляешь категорией. Ты Dievs mani nosēdinājis Jēzū Kristu. Что Иисус меня посадил во Христе. Lūk, tu sāc dzīvot ticībā. Ты начинаешь жить в вере. Un pārliecībā. И в уверенности. Аллилуйя, un viss notiek. Manā meitā vēl pēc tam bija varžats uz kājas. И у моей дочки было также какое-то там. Es viņai uzliku rokas. Я возложил руки. Nu varžu atstāju. Глаз. По-латвийски лягушкин глаз. Не знаю, как по-русски. Не знаю по-русски как. Так как я така мозоль, но він ж тац ар сакн, тац риебīgs. Un с таким корнем. Сапош. Болячий. Es zinu, ka es atgriezos. Я знаю, когда я покаялся. Man viņi tur daži bija kājās. У меня некоторые не. Viņi pazuda visi. Все они пропали. Tāpēc, ka es sāku paties uz ceļu staigāt Dieva priekšā. Потому что я начал истинные пути. Viņi bērni dzīvē gribēja atnākt. А это хотело мы жизнь. Санта Витас. Mēs lūdzu arī. Ребёнка прийти. Lūdzām. И мы молились. Un arī vairākas reizes nepārgāja. И несколько раз это не прошло. Vakar vai aizvakar, nē, aizvakar kaut kur dažas dienas apakaļ, es meitai prasu, kā tev tas varžats ir? И несколько. А у меня кура кая, viņš bija. Несколько дней. Viņa abas divas pašām nav vairāk. И es vakar viņai saku, parād kājas, viņa parādīja. Nav vairāk. И она показала, что нет на пятке больше. Zini, kāpēc? Знаешь почему? Tāpēc, ka tas nav no tevis atkarīgs, cik tu esi labs vai slikts. Потому что это не зависит от того, насколько ты. Tad, kad tu piekrīti Dieva vārdam. Хороший или плохой. Un pasludini to. Когда ты согласен. Un runā to šajā pasaulē. Словом Божьим. Agri vai vēl, tas notiks. Это произойдёт. Ja stipri ticēs, notiks ātrāk. И сильно будешь верить. Ja будешь шаубīgāks, notiks vēlāk. Будешь сомневаться. Bet notiks. Будет позже. Vienmēr. Но это произойдёт. Tāpēc es pieņēmu lēmumu savā dzīvē. Поэтому я принял решение своей жизни. Mani bērni ir svētīti. Мои дети благословенны. Mani mazbērni ir svētīti. Мои внуки благословенны. Es nomiršu vesels virs šīs zemes. Я умру здоровым. Es aiziešu projām ar visiem veseliem orgāniem. Es netaisos slimot. Я не собираюсь болеть. Tāpēc, ka slimība nav Dieva produkts. Потому что болезнь слимība это не Божий. Слимība тас, ko султа валнц. Божий продукт это то, что Dievs dod. Un patiem man šodien kaut kādas sajūtas, te krikra kaut kas. Если даже может. Es saku Jēzus vārdā. Я говорю, tur viss ir kārtībā. Vai mēs uz tam Посудин Дьявол узвар по своему каклу. Я провозглашаю Божью победу. Весь отделнуяс. Весь смотри. Все возобновляется, все происходит. Пройдут... Он не будет ни вена крикште. И пройдут три месяца, и не будет. Трокшня усис парадившись. Какие-то звуки. Я сказал, айзай пи доктор. Я ходил к врачу. Врач сказал, ну я, лабак я не бус. Тас ир вецумдиен, слайпни лудзам. Врач говорит, ну лучше es не будет. Это старость, лучше es не будет. Я не то, тас иззубис. Не принимаю это. Тапец, ка Иисус Христос нау парадзейс. Потому что Иисус Христос Dievs, kad radīja cilvēku, viņš nebija ieprogrammējis kaut ko tādu. Он не программировал ничего. Kas 60 gados tev džinkstēs ausīs tā, ka dzirdēt neko nevar. Что у тебя в ушах звенеть будет, что ничего не слышишь. Viņš ir paredzējis, lai sirmā vecumā tev ir asa redze un asa dzirde. Un skaidra sirds, aleluja. Чтобы... Es ticu, ka ar mani būs tieši tā. Я верю, что со мной будет так, как Бог сказал. Un ar tevi arī. Amen. Halleluja, tā ir ticība, kurā mums ir jādzīvo. Это вера, в которой нам надо жить. Un pat tad, kad tu esi izdarījis nepareizi, pakritis, paņēmis parādus, iekritis, saistīts. Если даже ты что-то сделал, взял в долг или там упал и Tie parādi šodien nav tavu parādi. Эти долги это не твои долги. Nožēlo. Покайся. Atgriezies. Покайся. Tie ir Jēzus parādi, tie ir uz viņu. Это долги на Иисуса. Un ļauj viņam tos risināt. И позволь ему Vienkārši pasaka Jēzus vārdā par mani ir svētība. И скажи во имя Иисуса благословение на меня. Mēs reizēm dzīvojam tā.
Мы иногда живем ka mēs так, kaut ko izdarījuši. Мы что-то сделали. Un tam mums liekas, ka mums jāmaksā cena par savām muļķībām. И что нам кажется, что нам надо расплачиваться за глупость. Jāmaksā. Не надо платить. Ir samaksāts. Уже заплачено. Амен. Амен. Tu esi svētīts. Ты благословен. Dievs sagrauj tavus parādus. Бог разрушает твои долги. Tev būs ko nomaksāt rēķinus. Тебе будет что заплатить счета. Katru mēnesi pasludin to mēneša sākumā. Провозгласи это в начале Paņem месяца. Paņem 3 dienas pagavē. Возьми 3 дня. Pasaka, visi man parādi ir nomaksāt šajā mēnesī. И ты провозглашаешь, что все мои un долги. Un mēneša beigās redzēs brīnumu. Pagašanī za этот месяц. Paņem vēl noziedot Dievam vien 50 eiro vai 100 eiro. Vi возьми Богу в ренесе. Neļauj pierei tev kontrolē. 50 или 100 евро. Не позволь. Halleluja! Tāpēc, ka uzvara ir tavā dzīvē. Потому что победа в твоей жизни. Un tas, kas tevi apgādā, tas ir Dievs, nevis tu pats. И кто обеспечает тебя, это Бог. Nav vajadzīgi tev strādāt 4-5 darbos. Тебе не надо работать на 4-5 strādāt vienu un ar mīlestību. Tebie nada na одной. Paļauties uz Dievu un ziedot. Polagāts no Boga žēlo. Apliecinot savu ticību. O, takim obrazom. Tavā dzīvē viss atvērsies. Svoju vieru ispovēdoju. Es šodien redzu cilvēkus, kas mūsu draudzē sēj un ziedo. Ja vidīju ļudei, kuri Es redzu, ka viņu dzīve ir viegla. Sējot našu cerkvi un ziedot. Viņi vienkārši iet labās lietās. Ja vidīju, kā viņi lēko dzīvot, viņi входят в хорошие вещи. Mēs cēlām Ремонту таисям драузе. Мы ремонтировали церковь. Вен зал ремонтировали. Ремонт зал. Вен kaut kur izmaksā vairāk kā 10 tūkstoši mums. В конце это обошлось более 10 тысяч. Es kad iesākām to darīt. Когда мы начали это делать. Mums nebija neviena santīma. Нам не было ни одного сантима. Un kronas arī, vai kā viņas tas sauc. Никаких центов. Nevar pierast. Не могу привыкнуть. Сантим, jānāk apakaļ сантимiem. Надо вернуться сантимом обратно. Un nebija neko, mēs vienkārši ticībā iesākām to. Мы просто поверим и начали. Slavējām, pagodinājām Dievu, ticējām. Slavili par Es fantastiskākajos veidos risināju šīs lietas. И чудным образом все эти вещи налаживались. Viena no spilgtākajām lietām. Одна из самых таких ярких. Viena meitene draudze bija, viņa mācās augstskolā. Одна девушка научится в высшей школе. Viņa bija zirgs. У неё была лошадь. Viņa pārdeva zirgu. Она продала лошадь. Un bija jau izdomājis, ko tik varētu nopirkt. И она придумала, что можно купить. Он Dievs viņai sirdī runā. И Бог ей в сердце говорит, не покупай. Aiznes to uz draudzi nosvētī. Отнеси в церковь и пожертвуй. Tu zini, благослови. Cilvēcīgi nevienu piespiest nevar to izdarīt. Никого по-человечески не можешь заставить это сделать. Но когда Бог говорит, tad cilvēks dara. Тогда человек делает. Un viņa atnes un nosvētī to naudu. Она пришла и принесла эти деньги. Tas bija viens no lielākajiem ziedojumiem, kas mums palīdzēja visu to uztaisīt. Это было один из самых больших пожертвований, которое помогло cilvēks, все это сделать. Cilvēks ziedo vienkārši pār savam mēram daudz. Человек жертвует больше своих способностей. Tu izmēģini to. Ты используй это. Измедини себе то, ко ты не дрикс сет. То, ко ты не дрикс сет, измедини себе то. Попробуй посеять то, что ты не можешь. Пьер тебе сака, я то саним какого-то 500 евро в месяц. Если ты получаешь 500 евро. То не дрикс 100 евро зедот. Ты не можешь 100 евро пожертвовать. А ты помедин. А ты попробуй. Попроси Девом только. Попроси только Богу. Это сосканье от Дева. Чтобы это было согласие с Богом. Чтобы это не было твоего воронь даром. Чтобы это не были твоими делами. Starp citu, šodien īstenībā būtu jāpaliecina tā kā. Сегодня надо было бы свидетельствовать. Es visam aizmirs. Совершенно забыл. Man nesen pavisam kaut kur janvāra sākumā, 10. Janvārī. 10. Janvārā. Sasit mašīnu. Я разбил машину. Un īstenībā par to es šodien arī gribēju runāt. И насчет этого я хотел говорить сегодня. Tas bija tikai ievads. Это было только вступление. Tagad īstais dievkalpojums sāk. Сейчас настоящее служение начинается. Bija tāds moments. Был такой момент. Kaut divas dienas. Каких-то два дня. Kāpēc es šodien arī par šo pozīciju iesāku runāt Kristu? Почему я начал говорить об этой позиции во Христе? Ir svarīgi to lietot. И это важно использовать это. Павел тоже про то руна. Павел об этом говорит. Ефесянам 6 нодаля. Ефесянам 6 глава. Он сказал, бруньтесь с всем дьяволом. Он говорит, оденьтесь во все оружие Божие. Чтобы противостоять волнам. Чтобы могли противостоять дьяволу. Как противостоять? Это же кара термин. Почему противостать это такой военный термин? Это реал персон, который против тебя нак. Значит, это реальная личность, которая против тебя идет. Viņa nāk, runā tev. Она приходит и делает какое-то давление на тебя. Un tā man bija arī kaut kur divas dienas. И так мне было какие-то два дня. Ну, milzīgi negatīvs spiediens. Такой сильный негативное давление, уничтожающий. Vispār. Grūti pat galvu bija pacelt. Трудно даже голову поднять. Nosodījums, viss tur gulās virsū.
Всякое осуждение. Man vajadzēja no rīta es kā, nu, piecelties un braukt uz lūkšanu. Мне надо было встать и ехать на Vai mājās lūkt vienkārši. Или в дому молиться. Bet visa tā diena, tās divas dienas. Но все эти два дня. Bija tā kā sapīts. Был такой, как связанный. Un šodien es zinu, ka tā ir valna taktika. Я знаю, что это дьявол, тактика дьявола. Viņš cenšas tev sapīt visu tā, lai tu nedabūtu lūkt. Он хочет тебя все повязать так, чтобы ты не получилось тебе молиться. Лукшина первая вета. Молитва в первом месте. Тебе сказал Лукшина от узвар. Потому что в молитве ты побеждаешь. Он, es, un tās divas dienas kaut kā tā sanāca, ka es nedabūju palūkt. И два дня получилось так, что не получилось помолиться. Pēc divām dienām šis iznīcinošais spiediens pazuda. Через два дня это давление пропадает. Un vēl pēc kādām dienām trijām. Ещё какие-то через Braucu ar mašīnu. Я еду на машине. Redzu bērnus aizvest uz kalniņu. Redzu braukt pa vienu citu ceļu. Надо было по другой детей на горку повезти. Neskapēc, es pagriez pa kreisi. Я повернул, не знаю почему. Pavisam pa citu ceļu. По другому пути поехал. Braucu un tur radās tāda apstākļa. Была ситуация такая. Kad es apdzinu vienu mašīnu. Я обгонял машину. Un prekšņi pretī tur izrādījās nāk viena mašīna. И на встрече вышла была машина, я её не видел. Фронтала садурсма не было. Не было фронтальной. Мы с ританьем только сосетамies. Мы только колёсами. На обеим двоим были ритань нос, тилты нос. И там моста сорвало. Спарц самицить. Все, крыло. В общем, машина тада, как ар эвакуатор вадзе вест проям. Машина такая, что эвакуатором пришлось увозить. Bet pats es necietu, man vienīgais, ko bija, kad no tā sitiena, nu, es nebiju vēl piesprādzējies. Еще не был. Tikai nevienam nesakiet, ja? Никому не говорить. Ir jāpiespradzējas mašīna. Надо в машине пристегиваться. Bet pilsēta, zin kā, un es, man vienīgais bija, nu, rokas, abas, pie to stūra, kā turējās, abas rokas aizlūza mastu un ir liela. Bišku dzīzlis tā kā sastiep, bet nu, nedaudz. Ruki traumas. Bet tā viss bija kārtībā. Nu, tak все в порядке было. Es tā kā harizmāts sēdēju tajā mašīnā. Я как харизмат в этой машине. Jūtos apmēram kā harizmāts, kurš nonāca cellē. Как харизмат, который попал в... Atver acis. Открой глаза. Saka, Jēzus vārdā, es tam neticu, es to nepieņem, tas nenotiek ar manīm. Jā, un tāpat es tajā mašīnā sēdēju. И не принимаю я это не со мной nevar būt. Это не может быть. Vienkārši nevar būt. Это не может быть. Tāpēc, ka es visu laiku es ticējis. Потому что я все время верил. Visu laiku es apliecināju to. Все время исповедовал это хорошее. Un neticē, ka tādas lietas var notikt manā dzīvē. Я не верил, что такие вещи в моей жизни могут быть. Un man bija viens liels kliedziens, tur ātrāk policija visu, man bija viens bļāviens iekšā. Dievs, kāpēc? И просто у меня был большой такой взыв, Бог, почему? Tad es atnācu mājās vakarā un vienkārši aizbraucu un zālē, Dievs, es auroju, es teicu, Dievs, kas notiek? Es vairs nevaru ticēt par savu dzīvību. И я думал, поехал в церковь, просто кричал на Бог, Бог, что происходит, я не могу за свою жизнь тебе Tas верить. Pāris minūšu jautājums. Это был вопрос пару минут. Viņš atgādināja Efeziešu 6. Nodaļu. И он напомнил Ефесянам 6. Nodaļu. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Оденьтесь во все оружие Божие. Un stājieties pretī valnam ļaunajā dienā. И противостаньте дьяволу. Pirmā atklāsmana, kad ir ļaunā diena. Когда злой день? Ļaunā diena nav tad, kad tu iedomājies, ka tā ir ļauna. Злой день никогда тогда, когда ты думаешь, что Ļauna это злой день. Vēl nav, ka Latvijas likt ekonomika. Злой день это не когда в Латвии плохая экономика. Ļauna diena ir tad, kad tev ir apciemojis valns. Злой день, когда дьявол тебя посещает. Tāpēc tevis ir ļauna diena. Это для тебя злой день. Tāpēc, ka ļaunais ir atnācis pret tevi. Потому что злой пришел против тебя. Viņš atnāk ar spiedienu, ar vārdiem. Он приходит с словами, с давлением. Un Bībele 6. Nodaļā. И Библии Ефесянам 6. Nodaļā. Ефесянам 6. Главе. No 10. Pantiņa viņi māca. 10. Stihā sakām. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Оденьтесь во все оружие Божие. Lai varētu pretī stāties. Чтобы могли противостоять. Šajā ļaunajā dienā. В этот злой день. Tam velnam. Дьяволу. Zin, smieklīgi izskatītos, ja mēs reizēm mēs tā daram, kā Dieva bērni. Было бы смешно, если мы как дети Божьи делали так. Mēs mācāmies par šo bruņojumu. Мы учимся об этом. Taisnības bruņos, ticības vairogs. Щит праведности, там щит веры, броня праведности. Un tad mēs te draudzē to staigājam, man ticības vairogs, es bruņos, halleluja, halleluja. У меня щит веры, у меня там... Te neviena valna nav. Меч, но тут здесь дьявол нет. Да нам пред ко ставить прийти. Здесь некому противостоять. Tas ir tas pats, ka tu kā bokseris. Это как боксёр. Nostātos tukšā laukā. Встал в пустом поле. Un tur kjo, tur baigais. Lēkā viss baigi krūti izskatās. Очень круто выглядит он. А противника-то нау. А противника нет.
Tu kā Jefiņš izskaties, vicinies ar Dievu, tā mēs reizēm ar Dievu ieročiem. Stāv rakstīts, sātans tur kaut kur šāvien attālumā no tevīm. A dievāl ļoti daleko, a ty tam... Un tu viens pats vicinies, tur stāv rakstīts, cantaram, pabam, un viss, un tu tā kvarans liekas. O, šitā, va? Halleluja! Tā nav tā diena, kad tevi jāuzvar. Это не тот день, когда тебе побеждать надо. Tad, kad tev vajag uzvarēt, ir tieši tā diena, kad tas gars nāk pret tevi. Тебе надо побеждать тот день, когда этот дух приходит. Tieši tā brīdī, kad tev liekas neiespējami lūgt. Когда тебе кажется невозможным молиться. Tieši tā brīdī, kad tev liekas, ka tev nav spēka. В тот день, когда тебе кажется, что нет силы. Kad tev nāk sliktas domas par sevi. Когда тебе плохие мысли о себе приходят, о своем служении, tad, kad tev miesa liecina, ka tevi galīgi garām, когда твоя плоть тебя свидетельствует, что tieši tad tev vajag paņemt Dieva vārdu. Именно тогда надо взять Божье слово. Бруньоties ar šiem Dieva ieročiem. Одеться в эти оружие. Un stāties pretī velna varai. И противостать дьяволу. Jo mēs dzīvojam divās pasaulēs. Мы живем в двух мирах. Физическая. Физически. Un garīgajā. И духовной. Tas, ko es jūtu, tas bija garīgajā. То, что я первые два дня чувствовал, это был духовный мир. Ошибка, что я не сделал. Es necīnījos un neuzvarēju to. Я не боролся и не победил. Un tas materializējās. Это материализировалось. Tavā dzīvē var atnākt sliktas lietas. Твоя жизнь может прийти. Это будешь vienaldzīgs. Плохие вещи придут. Если будешь, ka mums būt nevis religiozim. Nevis religiozim. Бог призвал нас быть нерелигиозными. Dievs visu izdarīs. А Бог всё сделает. Dievs tev šodien ir devis ieročus. Бог дал тебе оружие сегодня. Gan jau Dievs viņu izdziedinās. Dievs tev ir šodien devis varu dziedināt. Бог дал тебе власть исцелять. Tev pat nav jālūdz dziedināšanu Dievam. Тебе даже не надо молиться. Ja brālis slims, nav nemaz vajadzība, Dievs dziedini viņu. Бог исцели его. Bībelē stāv rakstīts, ka Dievs Jēzu Kristu viņu jau ir dziedinājis. Bībelē skatās, ka Bog va Hristē Jēzusē jau uže izcelīl. Un tevi teiks, ka uzliks rokas neveseliem. Ir skatās, ka vazložat rūki. Un tie kļūs veseli. Baļnim, ja viņi būtu zdarovi. Amen. Amen. Tas ir tāds savs cīņas veids. Bet tur ir ļoti interesants vietas, ko šodien nedaudz gribu pieskarties. Vēl drusku laiks ir man. Očiņ interesnē vieši, kāturē hētēl būt kasnūts. Tas pareizs tas pulkstens ir. Jā. Bez 10:01. Tā ir, jā. Ir točno. Halleluja. Viņš saka, kas ir mūsu bruņis? Kas ir mūsu spēks un kāpēc reizēm mūsu ir nespēks? Он говорит, что есть наша броня, что есть наша сила, почему мы иногда имеем бессилие. Efeziešu 6. Nodaļa 14, tāpēc stāviet savus gurnus apjūzušo patiesību. Efesianam 14. Glava. 6:14. 6. Glava 14. Stih, tam skazano, stojte Pa jāsaušies par izcinai. Patiesība. Patiesība ir tā, kur tevi jāstāv. Istina. Vēlns pie tevis nāks ar meliem. Dievu pridot k tibie složiju. Patiesība ir tā. Istina. Ka tu esi Dieva bērns. Što ty esi. Ka tu esi Jēzu Kristu pie Dieva labās rokas. Što ty va Hristu. Ka tu esi dziedināts. Vodisnu, tu esi svētīts. Boga. Dievs ir ar tevi. Izciļon, ty blagoslovien. Tā ir pirmā lieta. Patiesība. Istina, это первое. Tas, ka tu neesi no šīs pasaules. Что ты не из мира сего. Kad Dievs ir tavs kungs. Kad Bog ir tvoj. Dievs tavs palīgs. Помощник твой Господь. Dievs tavs glābējs. Tvoj spasitель. Un tev būs uzvara katrā situācijā. Tebe būs pobeda v každej situācii. Zin, kādreiz man vienreiz armijā bija, kad mums lielais pārgājiens bija. У нас большая походка была. Mums bija tāda nenormāla pārgājiena, vajadzēja pa 30 km skriet. И у нас были такие походы, что по 30 км. Pilnā bruņojumā. Полной экипировки. Un vēl pa starpu tur bija visādas lietas, ka tur bija Ещё между этим ещё было Лец ложня, он кавас, он весь котор дари тренер, вар сакот мус. Нас там Он весь этот процесс, а он салуза спрадз. У меня сиксна. У пояс по это. Он оттаясь та сиксна валя. В этом процессе это ремень. У меня яскрин с полигон тагад. И мне надо на Ты смеешься, бет те на уёки. Ты смеешься. Не, биксас не, но армия её савадак, милие. Biksas tur turās, kā, tur viss kārtībā. Tam štanī ir formas tērps, un tā josta ir apkārt formas tērpam. Eta, tā ir tāda platāda siksne. Vakrūk formai. Jā, un tur virsū magazīna. Tam magazīna, lielā. Patroni. Patrons iekšā. Granātas. Granāti. Fļaška ar ūdeni. Vadā. Aizmugurē lāpstiņ. Man vēl pistoli. Lapatka iešu pistolēta bila. Un tagad tas viss ir atsprādes vaļā. Это всё. Viņš viss tur tev, tu skrien, viņš viss tev tur apkārt riņķo un šūpojās. Это всё тебе там. Karājās jau tanīs siksnās, ja, bet viņš viss ir vaļā, un tagad tev vēl viņš jāsatur. Тебе ещё надо это держать.
Un tas bija viens no grūtākajiem skrējieniem man visā armijas laikā. Это было одним из самых трудных. Tāpēc, ka tas salūza kaut kur skrējiena sākumā. Это поломалось где-то в начале. Un man visu to vajadzēja saturēt rokā. Этого похода и всё это мне надо было Un тогда я сопрат, ко нозиме сиксна. И тогда я понял, что значит ремень. Лук, tas ir tieši tas pats mūsu dzīve, mūsu ticības dzīve. Это есть нашей жизни Patiesība vieri. Par mums, par Dievu un par velnu. Истина о нас, о Боге и о дьяволе, об этом мире, par mūsu aicinājumu, vīziju, о нашей vīzijā, о нашем призвании. Viņa būs tā, kas tevi saturēs kā kareivi sajost, ka tu būs gatavs kaujai. Это будет так, что это будет... Tikko tev tā patiesība miglā nesaprotam. Держать тебя готово для боя. Tev viss bruņojums tur kaut kur šūpojās, un tu nevar visu to savākt. Ja būt jasno это видение, то... Tā ir taisnības josta. Tālāk. Istina. Tālāk ir teikt, stērpušies taisnības bruņās. Обеклитесь в броню праведности. Бруняс. Броня. Es ar tādu, mēs, kad dienā mums nebija tādas bruņas, kā šodien ir, es skatos zoļiem, tur vestas visā ar tā aizsargā no. To, kad es služil, tagdā nebalo un es bruņažiļetov. Bruņu vestas, jā. Afganistānā puiši. Afganistāņa pārņi. No mūsu pilsētas arī aizgāja kādu dienā. Которые пошли из нашего города служить. Viņiem nebija tāds, viņi uz lodēm skrēja ar baļai krūt. Они Šodien ir bruņuvestas. Boji šli bez bruņažiļeta. Šodien daudzreiz šīs lodes trāpa un viņas iestrēkst un nenogalina cilvēku. Эти пули, они много раз попадают. Un Pāvils šeit runā garīgiem terminiem, tādiem armijas terminiem. Viņš saka, tērpušies taisnības bruņās. И Par kādām taisnības bruņām šeit iet runa? О какой броне праведности здесь идёт речь? Šīs taisnības bruņas, kas tev ir dotas šodien kā ticīgajam. Это броня праведности, которая тебе дана как верующему. Tas ir Jēzus taisnība. Это праведность Иисуса. Tā ir tā taisnība, viņa taisnība. Это его праведность. Viņa svētums. Его праведность. Ko viņš ir atstājis tev šodien. Которую он оставил тебе сегодня. Lai tu viņš šodien varētu lietot. Чтобы ты мог воспользоваться. Tu būsi švaks kareivis. Ты будешь слабым воином. Ja tu uz sevi skatīsies. Если будешь смотреть на себя. Izejot no tā, cik tu labs vai slikts. Исходя из того, насколько tā ты хороший или плохой. Bruņas. У тебя будет очень слабая броня. Bet ja tavas bruņas šodien ir Jēzus taisnības bruņas. Если твоя броня есть броня Иисуса. Фактически, когда ты изей цыня пред валну. Когда ты выходишь на бой против дьявола. Валнс под тебя не мазнерец. Дьявол тебя не видит. Viņš redz šīs taisnības bruņas. Он видит эту броню праведности, которая над тобою. Tu balstoties uz šīm bruņām runā. Ты основываясь на эту броню, ты runā говоришь. Runā kā Jēzus. Говоришь как Иисус. Рикоешь как Иисус. Действуешь как Иисус. Он велнс тебя ieraudzīs šīs bruņās. Дьявол увидит тебя в этой броне. Viņš domā, nu iziepes. Nu попал. Jēzus ir izgājis cīņas laukā. Иисус вышел на поле боя. Tā kā 2000 gadu atpakaļ. Так же, как 2000 лет назад. Сотрется viņu tur, viņu pauri. Иисус сокрушил дьявола. Viņam ir atmiņas par to. Un это Sliktas atmiņas. Plahie pamēc. Un tad, kad tu tērpies šai Jēzus taisnības bruņās. Kad tu adivājuši vai tu praviņas Iisusa i vyhodis Tas ir tavs spēcīgākais ierocis, caur šīm bruņām. Это самое великое оружие через эти... Neiet cauri neviens ierocis. Через эту броню не приходит никакое оружие. Tāpēc, ka Jēzus taisnība. Потому что праведность Иисуса. Viņa dod tev aizsardzību, pilnīgu aizsardzību. Это дает тебе полную защиту. Против болезни. Pret visādiem nespēkiem. Против всякой бессилия. Pret sajukumu ģimenē. Против всякой... Pret visu, ko tev sātans vienkārši nāk un ārda. Семье, то, что дьявол... Visas ļaunās lietas, kas notiek šodien ārpusē cilvēkiem. Все, то, что происходит вне церкви, снаружи людей. Tev šodien ir dotas šīs taisnības bruņas ap tevīm. Тебе дано это броня праведности. Un Bībele saka, tevi tas neskars. Biblija говорит, тебя это не коснется. Tāpēc, ka tu esi taisnais. Потому что ты праведник. Tu esi līkais, tu esi taisnais. Ты не кривой, ты прямой. Tu esi tās pats taisnais, kas bija Jēzus Dievu priekšā. Ты тот же, как Иисус был праведный перед Богом. Tad, kad Jēzus gribēja nogrūst no klints. Когда Иисуса хотели со скалы Viņš vienkārši šo ķēmiem izgāja pa vidu laukā, cauri. Он просто прошел через этих людей. Viņi nevarēja neko viņam izdarīt. Они не могли ничего сделать с ним. Tad, kad viņi nometāt akmeņiem gribēja. Когда хотели камнями побросать. Viņš vienkārši nozud, nebija viņi. Un просто пропал. Tas bija viņa taisnības bruņas. Это было его броня праведности. Kad viņš teica, Sātans nāk, Ģetsemanas dārzā. Дьявол приходит, садит. Bet viņam нав nekā manī, pār mani ir taisnības bruņas. Он говорит, но он ничего не имеет. Viņš man klāt netiek. Он не может меня взять. Un pat tad, kad
tie farizei prasīja, kur ir Jēzus Nāzarietis. И когда фарисеи спрашивали, где Иисус из Назарета? Jēzus teica, es tas esmu. Иисус сказал, я это. Kādas bruņas, viņi visi nokrit gar zemi vienkārši. Какая броня они просто? Tāds Dieva spēks par to. Tas ir par tevi šodien, dārgais. Это тебе сегодня. Ты tās pašas bruņas šodien ir par tevi. Та же броня над тобою. Tāpēc, ka viņš labprātīgi novilka šīs bruņas un aizgāja pie krusta. Потому что он снял эту броню и пошел на крест. Atstādams savu taisnību tev. Оставив свою праведность тебе. Tu esi taisnais. Tu neesi grēcinieks. Ar to dienu, kā tu pieņem Jēzu, dňa, tu esi pie Dieva labās rokas. Jēzu Kristu. Tu esi Dieva taisnais. Un tev ir uzvar pār visiem apstākļiem. Tās ir tavas stēdzis. Bruņas, kad Sātans nāk pret tevīm. Tu vari priходит. Tā kā šitas te, kas uz ambrazūras krita, tas aizmirs mūsu varons, tās padomu savienībā bija. Tu vari izplest rokas, pateikt, Sātan, tu neko neiespēj. Tu maži... Matrosovs, jā. Tu vari visās vietās aizstāties priekšā un pateikt, Sātan, pār mani tu pāri netiks. Ты можешь противостоять дьяволу, сказать, Tāpēc, ka es šeit stāvu ar Jēzus taisnības bruņā. Es esmu uzvarētājs Jēzus Kristus. Ja kādam dara pāri, nostājas un aizstāv viņu, kā Dieva taisnais. Обижаю, то можешь защитить, как праведник Божий. Aizstāv savu ģimeni. Защищай свою семью. Aizstāv savus bērns. Защищай своих детей. Aizstāv savu sievu. Защищай свою жену. Aizstāv visu, kas tev ir apkārt. Защищай все, что тебе есть. Tu esi karavīrs. Потому что ты воин. Kurš ir tērps Jēzus taisnības bruņās? Кто в одежде? Kuram ir spēks un vara? Который имеет власть и силу? Kādas nav visā visumā? Которой нет во всей вселенной? Tāpēc, ka tās bruņas pieder tam. Потому что броня принадлежит тому. Kurš ir radījis visu šo visumu? Который сотворил всё это. Un viņam pakļaujas viss, pilnīgi viss. Ему всё подчиняется. Ja tu tērpsies viņa bruņās. Если ты в его броне. Tev pakļausies viss. Тебе будет всё подчиняться. Ko tu teiksi saskaņā ar Dieva vārdu? Что ты будешь говорить в согласии с словом Божьим? Tas ir mūsu spēks. Это наша сила. Tad, kad Sātans atnāk ar šo spiedienu. Когда дьявол приходит с этим давлением. Dievam, kas izgāja cauri šai lietai. Слава Богу, что я прошёл через это. Es sapratu savus kļūdas, ko nedrīkst pieļaut. Я понял свои ошибки, которые не надо. Фатальные ошибки. Reizēm man kļūst saprotams, kāpēc reizēm kristiešiem ir ļoti slikti. Ja, мне стало ясно, почему кристиан. Kāpēc notiek avārijas? Плохо идёт и аварии происходят. Kāpēc daudz pat dzīvību zaudē? Почему многие жизнь теряют? Es nezinu, nemāku pateikt pa Vilkersonu, kas un kā, bet. Не могу сказать о Вилкерсоне. Aizdomu man galvā radās. Tāpēc, ka Vilkersons pirms avārijas uzrakstīja tādus vārdus. Потому что Вилкерсон перед аварией... Ir milzīgs spiediens, vajag tikai izturēt. Есть большое давление, надо только выдержать. Iespējams. Возможно. Ka vajadzētu nevis izturēt. Не надо было выдержать. Bet bruņoties Jēzus taisnībās. Но одеть свою броню. Paņem Dievu vārdu, kā zobenu. Взять Слово Божие, как меч. Un pateikt, Sātan, lasies nos no man dzīves ceļa. Убирайся прочь с моего пути. Ja mēs aizstāvēsim savus bērnus šādā veidā. Если мы будем своих детей защищать таким образом. Tēvi, kuriem ir jāpaceļās savās ģimenēs. Которые должны встать. А твоим nekad nekas slikts nenotiks. Твоим детям ничего никогда плохого. Viņi nebūs narkomāni. Они не будут наркоманами. Viņi neceļos. Они не пойдут плохими путями. Notiks tas, ko tu teiksi. Будет то, что. Tāpēc, ka tas, ko Jēzus teica. Tas provozglasīš. То, что Иисус сказал. Tas notika vienmēr. То, что Иисус сказал, это всегда происходило. Tas ir mūsu spēks. Ekonomika tavā dzīvē. Ekonomika tavai žizni. Būs tāda, kā tu teiksi. Būt takoj, kak jo ty skažis. Jo tu esi Dieva taisnais. Потому что ты праведник Божий. Nevelc līdz pasaulē. Не... Tāda jau mums tā dzīve, te pensionāriem, tā jau vieta, jā, ko tu padarīsi. С миром говорить то, что kā они tu runās? Как ты будешь говорить? Tā tev arī būs. Так и будет. Runā kā Dieva taisnais. Говори, man как праведник apkārt Божий. Ir Dievs. Nesamierinies ar Меня to, ka tu esi... обеспечивает Бог. Nesamierinies ar to, ka tu esi... Malai muši, kā krieviski saka. Не смиряйся, трūcīgais. Trūcīgais, jā. Nesamierinies ar to. Pasaka, es esmu bagāts Kristu. Скажи, я богат во Христе. Он сам съедет, как И начинает жертвовать, как богатый. Он то redzēs. И ты увидишь. Tāpēc, ka caurijā es to esi bagāts. Потому что через Иисуса ты богат. Tāpēc, ka Jēzus piepildīs bauslību. Потому что Иисус Viņš nesa Dievnamā upurs. Viņš maksāja desmito tiesu. Он, viņš ziedoja. Он, viņš atdeva savu dzīvību. Он отдал свою жизнь. Caur viņu. Tu esi svētīts. Halleluja. Через него ты благословен. Halleluja. Slava Dievam. Slava Богу. Caur viņu visi tavu biznesu pacelsies.
Cauri viņu svētība atnāks tavā ģimenē. Благословение придёт в твой бизнес, твою семью. Tu staigās labākajās drēbēs. Ты будешь в лучших одеждах. Apliecini to sev. Исповедуй это. Tas nav pašmērķis. Это не цель. Galvenais ir izglābt cilvēkus. Главное спасти людей. Un kalpot Dievam. И служить Богу. Bet atvaino basām kājām staigādams, es nevaru izglābt cilvēku. No bas... Tāpēc, ka viņi smiesies par mani. Босыми ногами Man vajag apģērbties. Мне надо одеться. Man vajag, man bērni paēduši. Чтобы мои дети были поевшими. Слава Dievам. Un šīs ir taisnības bruņas. Nerunājot par to, ka garas zobens un daudzas citas lietas tur vēl ir. Miče, Bet šīs ir vienas no galvenajām lietām, ko Dievs runāja man. Это главные вещи, которые Бог говорил мне. Un par cik es jau agrāk visu laiku es apliecināju to, ka es esmu svētīts, es esmu jau uz augšu un visu laiku es centies kopt to savu domāšanu, visu mainīt savu prātu. Меняt savu razumu un iti vērt. Šī otrā mašīna. Это вторая машина. Ar ko man šodien nosvētī, которые меня благословили. Kas atnāca arī bez neviena santīma, es viņu nesamaksāju, tieši tāpat kā pirmo. И как первый я тоже ни один сантим. Viņi atnāca kā no Dieva valstības resursiem. Это пришло как из ресурсов Божьего царства. Man vienkārši svētī ar to priekš darbu. Мне просто благословили для работы. Es pat nepaspēju labi ticēt. Я ещё не успел даже верить. Pagāja mazāk pa mēnesi. Прошло меньше месяца. Es sāku domāt, kādu man tur vajag, es gribēju papontoties un Pats pēc savu prātu bija izdomājis tādu Dodge Nitro. Хотел попонтовать и своему... Kurš zina? Думал... Tā ir tāda brutāla mašīna. Tur reperi viņās braukā. Dodge Nitro. Es domāju, vajag mācītājiem papontoties vienam. Nada pastāvēt. Bet viņš ir benzīnieks, viņš nenormāli strēbi. Он очень много горючего употребляет. Paldies Dievam, ka netika pie viņa. Слава Богу, что до него не добрался. Пред шо машин, ман бей скепсу, кас ман шо дэн ир. На эту машину я был скептик. Es бей браутс, ман каукур каукас ликалс, ка тур та, он не шита каука. И я как-то ехал, а мне как-то не очень... Палик каукас непарей сиракс спира. Какое-то неправильное воспоминание остались. Шо дэн из браутс, он кайфую венкаш. Я сегодня еду и просто наслаждаюсь. Яудикс. Мощный. Тере дегвел маз. Мало употребляю. Сиевай патик. Жене нравится. Ман пашам патик. Мне нравится. Метр но земес. Метр от земли. Супер венкаш. Супер. Ты ютес така, ну, риктиги меня. Слава Деву. Слава Богу. Девс то едел. Венигес, ко я спаспаю патек, тай старпа. Все, что я успел сказать. Стоит Сатан, ту ман септинкарт отдос апакаль. Я сказал, дьявол, ты семерократ мне вернешь. Ши машин, кас и шоден, вень макса септинрейз вайрак, нека та пирма, ко я сас. И эта машина, она стоит 7 раз дороже, чем та, которая... 20 карт. Может, надо было говорить 20. Цитрейз саки 100 карт. Иногда говорят 100 крат. Висс, ко патекс, висс нотикс, амэн. Все, что скажешь, все сбудется. Висс нотикс. Все сбудется. Харизматия нау тик слыкты немаз. Харизматия. Я вень балстита дьявол варда. Не такая Тапец, пока, пац, если, Dievs это, mums māc apliecināt. Если это основывается на Слово Божие, Бог учит нас исповедовать. Когда я в христианском радио говорил об исповедании, мне один человек, он как напал на меня. Un pēc raidījuma burtiski man pasludināja pa viltus pravietu. И после передачи провозгласил Tāpēc, меня уже пророк. Мācības. Потому что учу неправильное учение. Tāpēc, ka notiek tikai tas, ko Dievs tur izdomā debesīs, vienam dot, otram nedot. Потому что происходит только то, Un что... Un es te mācu cilvēkiem, viņus pievildams. Что Бог решил, я учу людей. Ka viss, ko tu runās, tev notiks. Все ты будешь говорить, все es будет. Es teicu, vecīt, tad izrau no Jēkab grāmatas trešo nodaļu ārā. Тогда возьми из послания Якова третью главу. Треша нодаль апліцин то, ка вису, ко ту тейкс, вис, тас нотикс тава дзиве. Что там сказано, что все, что ты провозглашаешь. Тапец велн цэншас айздадзинат тау мэл. И поэтому дьявол хочет твои уста зажечь. Поэтому он давит на тебя. Лай ту изрунат негатив. Чтобы ты высказывал негативное. То есть, я варуюсь. Ты замечал это? Ты ненормал спиденс, потай, ка вис, галык дранчик. Все, такое давление сказать, все, что все очень плохо. Тебе бисто? Тебе не было так? Дружин, пар калпотаем. Вай, ман веном та ир? Ты вар ир? Мне... Ай, ну, если он не дар... Он так гри вас патайте, из висеса. Итак, все, хочется сказать, вы все вообще. Он зын, как смотрик, так, как ты пасок. Когда ты говоришь... Ты уегл палек. Тебе легко становится. Виш, ты отлаешь. Он тебя отпускает. Тапец, как ты спатайтесь, пец винь прата, пец вална прата. Потому что ты сказал по воле дьявола. Un ir grūti tādā situācijā, ka tev liekas, ka viss galīgi draņķīgi, neviens neko nedara. Tebie kāds, šo visu očiņ plokā. Pateikt, man ir labākie kalpotāji. Сказать, у меня лучшие служители. Man ir svētīti kalpotāji. У меня благословенные служители. Un viņi tādi, ну jā, ну,
No, vēl svētītāk jūs esat, amēn, Jēzus vārdā. Tu govoriš ešo bolie blagoslovenni. Es varu pateikt, man šodien labākie kalpotāji, kādus var vēlēties. Ja могу сказать, priecājos par saviem. Ja radojos za них. Un šis ir tik patīkams auglis. Это такой приятный плод. Ka šo mašīnu viņi sanākuši kopā. Что эту машину они Viņi katrs individuāli saņēmuši. Они каждый индивидуально получили. Nebija zavadzila viens. Не было заводила. Viņi katrs individuāli saņēmuši, ka mācītājiem nav nopērt mašīnu. Они получили, что пастору надо машину. Pat Marku viņi saņēmuši katrs. Даже Марку они каждый получили. Un tad, kad viņi nolūkoja internetā, когда они посмотрели в интернете, visiem bija vienprāts, jā, tā ir tā. Они всё, вот это да, есть. Viņiem pilnīgi varēja nebraukt uz Rīgu un neskatīties. Они могли не ехать в Ригу и не смотреть. Viņi tad aizbrauc uz Rīgu, nu tur vispār, nu pilnīgi liek padarīšana, visi, nu Там всё. Так вот. Там всё как надо, там ничего. Слава Богу за таким колпотаем. Слава Богу за таких служителей. Амен. Liels prieks ir, ka tas auglis parādījies tieši mūsu vidū. И очень приятно, что это плод проявляется. Es dēlam zvanīju, es prasīju. Nu, es stāstu, saku, man brīnums noticis. Ja zvanīju dēlam. Viņam viņš uzreiz saka. Sen говорю, что чудо было произошло. Viņš saka, nu, no Rīgas, no jaunās paaudzes, ja. Saka, nē, neuzmanēji. Он говорит, что из Риги, из машины торговцы. Там есть продавцы машин. Слава Девам, и был на Ригас. Слава Богу, если было из Риги. Вел вайрак слава Девам, так как это мусея. Но еще более слава Богу, что это из нашей среды. Благословен будет мусея, если то даришь. Наш народ, который сеяли, который... Он интересант был вел тас, кад Венс Браалс. Интересно, что один брат. Кадас Денес Парис Пирмс би нопирк ши машину. Каких-то пару дней до того, как эта машина купила. Знаешь, мам позвонил, он мне саком рунат. Он звонит мне. Он мне сака та. И мы с ним разговариваем. Кейта мурам, тас веном дева вирам. Девс тейц айсбрауц, пасак тем драудз скалпотаем. И одному божьему служителю Бог сказал, скажи служителям. Лай винь ноперк мацитая машину. Чтобы они купили пастору машину. Эс винь светиш. Я их благословлю. Bet ja viņi neklausīs tevi. Если они не будут. Tad tu nopērc tam mācītājam to mašīnu. Если они не будут слушать. Un es svētīšu tevi. Я буду купить ты машину, я благословлю тебя. Un es pēc tam, kad viss šitas notika, es to saviem pastāstīšu šito. Viņi visi vienkārši eksplodē garā, jo arī viņiem vajag apliecināt, ka viņi pareizi darīšu. Это что они правильно делали, что они просто взорвались. Burtiski to viss Dievs kopā apliecina. Бог это подтвердил. Un es domāju, cik interesanti ir, ka Dievs ir tik dažāds. Как чудесно, что Бог такой разный. Pirmajā reizē es mācījos ticēt. Первый раз я учился верить. Izgriez to fotografiju. Вырезал фотографию. Zināju, ko es gribēju. Я знал, что я хотел. Pusotru gadu gaidīju. Полтора года ждал. Un matā saņēmu to, ko es gaidīju. И получил то, что я ожидал. Dievs iemācīja kaut kādas lietas. Бог научил какие-то вещи. Šinī otrajā reizē. Во второй раз. Tā bija pilnīgi atšķīrās. Это было совершенно другое. Es nepaspēju pat ticēt labi. Я даже не успел поверить толком. Un tā Dievs dara lietas. Так Бог делает вещи. Viss tavā dzīvē arī notiek tieši tāpat. Всё в твоей жизни происходит так же. Dievs ir ar тебя, Dievs тебя святит. Uzliec tās bruņas, es jau aizmirsu par tām bruņām pavisam. Покажи эту броню. Šīs taisnības bruņas, ko mums devis Jēzus. Это броня праведности, которую дал Иисус. Es sāku meklēt, iedziļināties vienkārši, kādas izskatās vispār, jeb kādas bruņas. Un... Я начал искать, как выглядит броня. Un atrat krievu valodā, tur pancer ir un kaļčugā saucamā. Ir pancer, есть pancer, есть kaļčugā. Jāpamostās viņam. Un ir forši redzēt ar acīm. Хорошо видеть глазами. Šim bruņām jābūt tev visapkārt par katru tavu ķermeņa daļu. Эта броня должна быть вокруг тебя. Un nevajag līst ārā no šī bruņa. Не надо из этой брони вылезать. Tikko mēs gribam izlīst ārā. Как мы только хотим вылезти. Ой, es tāds mācītājs, tur sludinātājs, vai vēl kaut kas. Pastor, nu, es jau tur tā daru, un kā sākas šitas es no PSRS. Как начинается этот я? Ты излен ара но бруням. Ты вылезаешь из этой брони. Ты сац палект пием с сатаном. И ты доступен дьяволу. Bet tad, kad tu stāv tērpiešanī taisnības bruņās. Когда ты стоишь в этой броне. Ты что на тебе клад, он что не может его издарить. Подойти к тебе и не может ничего сделать. Viņam viņš nezin, kā tu jūties. Он не знает, как ты чувствуешь себя. Kad cilvēks ir bruņās iekšā. Когда человек в броне. Tu neredz viņa seju. Ты не видишь его лицо. Tu neredz, ka viņam Varbūt žoklis trīc, viņš ir nobijies kā diegs. Может, ты не видишь, что он, может, испугался, у него зубы... Bet tu redzi bruņas apkārt.
ты видишь броню. Un tieši tādu tevi redz velns. И именно такого видит тебя дьявол. Kad tu saki, pār mani ir Jēzus taisnība. Надо мной есть Es tev pateikšu, lai cik tev grūti. Lai cik tev grūti. Неважно, насколько трудно тебе. Lai cik tev ir slikti. Насколько плохо тебе. Lai cik tu esi pilns ar neticību. Насколько ты полон неверия. Runā. Говори. Neļauj sātanam sevi atšifrēt. Не позволь дьяволу себя расшифровать. Viņš nevar tevi atšifrēt. Он не может расшифровать. Tad, kad tu stāvi taisnībā. Когда ты стоишь в праведности. Un Jēzus dotajā taisnībā. Rekuri, tā ir kaļčugā saucamā. Viņa taisīta no tādiem gredzeniem. Kaļčugā ir tas dzielinais kalets. Ja tu cērti ar zobenu. Если ты рубишь мечом. Viņam nevar izcirst sauri. Его нельзя прорубить. Sitienu jūt tas, kam cērt. Ты чувствуешь удар. Bet ievainot nevar. Но не можно поранить. Un viņš bija tāds sastāvējis aizmirs. Bija kaut kad, man liekas, vai 16 tūkstoši, vai cik bija tie. Milzīgs daudzums tie gredzeni bija apkārt. Очень много колец. Un svēru viņi kaut kur Krievijā taisīja smagākus, un viņam vienmēr viss tās gruntīgāks, bet Eiropā bija pat no 7-10 kilogrāmu. Bija tāda krekla, bija viss pilnībā bruņots. 7 līdz 10. От 7 до 10 kilogrāmu. Krievijā bija līdz 30. Tur. В России было до 30 kilogrāmu. Re, kāds viņš izskatās, tas bruņojums. И это второй вид панцирь. Tu viņam var cirst, kur gribi. Ты можешь бить, где хочешь. Viņš viss ir tenis bruņās iekšā. Он в этой броне. Par панцирь сауца, то панцирь arī, starp citu, ir arī bruņurupucim. Панцирь есть также у черепахи. Kad bruņurupucim kāds uzbrūk. Когда на черепаху нападаешь. Viņš раз iekšā. Он раз спрячется туда. Он неко ты виņam nevar izdarīt. И ты не можешь ничего сделать с ним. Viņš ir paslēpies. Tāpat mēs šodien, ja tevi slikti. Если тебе плохо, так же раз, сегодня. Jēzu Kristu. Раз в Иисуса Христа. Es viņā. Я в нём. Ties ar mani galā tagad. Es esmu viņā un viss. Neko tu nevar sātan. Ничего ты не можешь, дьявол. Tu no tām bruņām vai viņam tur rādīt visko. Paskaties, kāda džeka man viņa pēc gejiem izskatās gan. Bet... Эти парни, они... Bet bruņojums ir labs vienalga. Броня хорошая, но... Че-то как-то... пēc каравīriem viņa galīgi neizskatās. На воинов не похоже. Kā Обама iziet tāds stāv. Jā. Nē, pagriez apakaļ, tas bija foršāks. Paskaties tās taisnības bruņas, viņi skatās caur bruņu cepuru. Смотри, они смотрят через шлем. Tu viņam cērt, kur gribi, viņam arī biksas ir tās no tā materiāla. Они из этого же материала. Tu neko nevar izdarīt, viņš ir pilnībā ietērts. Он полностью одет. Neļausim velnam sevi aiztikt. Un paskaties tālāk nākošajā zi... Tur ir džeki vispār no galvas līdz kājām. Там вообще с головы до ног. Lūk, par tādām bruņām runāja Pāvils. А такой броне говорил. Tērpušies taisnības bruņās. Одетый в броню праведности. Tas ir viss tavs ķermenis. Это все твое тело. Visa tava dzīve ir paslēpta Dievā. Вся твоя жизнь спрятана в Боге. Un vienas no visspēcīgākajām bruņām. И одна из самых сильных бруней. Ir Jēzus asins. Это кровь Христа. Jēzus asins. Man bija vesels dievkalpojums draudzē par Jēzus asinīm pavisam nesen. У меня было целое служение о крови Христа. Но visas Bībeles, но paša Bībeles sākum. Samo начала Библии. Viņš jau sāk runāt par Jēzus, par asins izliešanu. Бог начал говорить о политике крови. Pirmais, kad Ādamam un Ievai pats Dievs nokāva dzīvniekus un iedeva viņiem ādas. И когда Адаму и Еву, когда им Бог убил животного, дал им одежды, lai apsaktu viņu kailumu, чтобы покрыть их tik наготу, asins. Было пролито кровь. Tas jau bija pirmais simbols. Это был первый символ. Bībelē ļoti skaidrs Dieva vārds ir. Biblija очень ясное слово. Без asins izliešanas nav grēka piedošanas. Без пролития крови нет прощения грехов. Un tāpēc caur visai Bībelē, tas pēc tam tālāk ir, tālāk mēs redzam, kad Pēc ēdenes dārza. Nākama lieta bija Ēģiptē. Следующая была Египет. Kad bija 10 tiesas, 10 mocības, mēs visi labi zinām šīs rakstuvietas. Были эти судов Божьих 10 в Египте. Dievs viņam teica, lai nosmērē duri palodas un stenderis un palodas, durvis un palodas. Бог сказал, что в ar šīm upuru asinīm. Чтобы жертвой, кровью жертвы помазали. Šis upuru asins, tas jau bija prototips Jēzus asinīm. Vakrūk dvirei i okana, это es был domāju, prototip ka Mozum, tas jau bija krāvī atklāts. Христа. Ka Mozus darīja caur atklāsmi to. И Моисей это делал через откровение. Un maitātājs pēc tam nākot, viņš nevarēja ieiet iekšā tenī vietā, kur bija asins. И этот
который angels, истребитель, ангел, он, он не мог зайти в это место, где, ieiet, где была кровь. Garam. Он проходил мимо. Un tieši tāpat šodien tavā dzīvē šis Jēzus asins. Tālāk mēs redzam, tā tvojai žizni, krov Hristā. Tālāk mēs redzam, un to dienu Dievs nosauc par Paskā. И этот день, который Бог называет Пасха. Ja mēs atceramies, tad Jēzus tika krustā piesis tieši Paskā dienā. Иисуса распяли именно в этот день Пасха. Tieši tajā dienā, ļoti simboliski. Очень символически. Viņš atnes un izlēja savas asins. Он принёс и вылил свою кровь, пролил. Израиль. Израиль. Kad viņi gāja pa tuksnes, когда они шли по пустыне. Un kad viņi kalpoja templī. И они служили в Viņiem bija noteikumi. Ka viņiem pa saviem grēkiem vajadzēja, nu, atnest dzīvnieku asins. Правило, что надо было принести жертву животного, чтобы за свои грехи. Šīs asins simbolizēja Jēzus asins. Эта кровь символизировала кровь Христа. Bet tās bija tikai āža asins. Но это было только кровь агнца или там. Viņas nespēja nomazgāt grēku pilnībā. Они не могли полностью омыть грех. Tas apklāja tikai uz gadu, aizklāja it kā no Dieva. Это как бы от Бога покрывало на год. Bez gada vajadzēja akal upurēt. Через год надо было опять жертву. Augstais priesteris tur katru gadu upurēja. Пророк, он священник, он жертвовал. Visi tautas grēki it kā tika apklāti, Dievs viņus neuzlūkoja šos grēkus. Бог не смотрел на эти грехи были как бы покрыты. Bet Paskā dienā, но в день Пасха, kad Jēzus mira pie krusta, когда Иисус умер на кресте, viņš izlēja savus asins, он пролил свою кровь, uz debesu altāru. На небесном алтаре. Vairs ne uz tiem altāriem, kas bija šinīs tempļos, jo tas bija tikai prototips debes altāram. Не на алтарях, которые были здесь на земле. Un viņš izlēja šīs asins Dievu priekšā. Он пролил свою кровь перед Богом. Tur ir teiks, ka pēc vecās derības мы redzam, ka tani templēs vienkārši negrib tur iedziļināties, lai ka izlēja tieši uz altāru, tik izlietas tās asins dzīvnieku. Там именно на алтаре эту кровь проливали. Tikas lacīts šķirsts un pēc tam. Там этот он так как Jēzus izlēja savus asins uz debesu altāru. Когда Иисус пролил свою кровь на небесный алтарь. Viņa asins. Его кровь. Tevi šodien nomazgā. Тебя сегодня омывает. Ka tu var caur šo altāru. Ты можешь через алтарь. Staigāt ar Dievu. Ходить с Богом. Atnākt pie Dieva. Прийти к Богу. Viņa svētās asins vairs nevis apklāja tavus grēkus. Его святая кровь не только покрывает твои грехи. Viņa tavus grēkus iznīcina pilnībā. Это полностью уничтожает твои грехи. Viss, ko tu esi darījis agrāk. Все, что ты делал раньше. Viss, ko tu esi nožēlojis. Все, в чем ты каялся. Viss, ko tu esi izsūdzējis Dievam. Все, что ты исповедовал Богу. Es tev gribu pateikt to, ka neviens, nekad un nekur. Nigdē, nikada. Debesīs vairs nepieminēs. Не будет вспоминать. Dievs pat nezina to vairs. Бог этого не знает. Tāpēc, ka starp Dievu un starp tevi. Потому что между Богом и тобой. Stāv Jēzus kā priesteris. Стоит Иисус как пророк. Kurš ir izlējis savus asins. Как священник, который пролил свою кровь. Un viņš ar savām asinīm. И своей кровью. Viņš ar tevi nomazgājis pilnībā. Он тебя омыл полностью. Un lūk, tāpēc tu šodien esi Dieva taisnais. Именно поэтому ты праведник Божий. Tāpēc, ka viņa asins, потому что его кровь. Šī debes altāra. На этом небесном алтаре. Tās tevi šķīstīja pilnībā. Они омывают, это кровь омывает тебя полностью. Это уничтожает твои грехи. Не только обклает. Не только покрывает. Un Dievs tālāk vienā vietā saka, viņš saka, ka kaut jūs grēki bija sarkan kā asins. И Бог говорит, хоть ваши грехи были красны как кровь. Tad tagad tas ir balts kā sniegs. Это сейчас белое как снег. Pilnībā pārvērsts. Полностью преображённый. Šeit vajadzētu būt gavilēm, mīļie. Здесь надо было возрадоваться. Visi mūsu pārkāpumi, ko mēs esam darījuši. Преступления, что мы делали. Neviens par viņiem nekad vairs neuzzinās. Никто о них больше не узнает. Visu, ko tu esi izsūdzējis Dievam. Все, что исповедовал ты Богу. Dievs to ir aizmirs. Бог это забыл. Un neviens to nepieminēs. И никто это не вспомнит. Tad, kad būs tiesas diena. Не вспомнит. Tu nāksi Jēzus priekšā. Ты в день суда ты придёшь перед Иисусом. Visus izsūdzētos grēkus. Все исповеданные грехи. Viņš nomazgās ar savām asinīm. Он омывает своей кровью. Neviens tos nezinās un neredzēs. Ni один tos neredzēs. Vienīgais, lai tavā dzīvē nav tā. Единственное, чтобы в твоей жизни не было так. Ka tu staigā un tev grēki vēl valkās pakaļ nenožēlot grēku. И чтобы за тобой не тянулись ни. Ka tu dari netaisnas lietas. Какие-то грехи, ты делаешь плохие вещи. Un samierinies ar to. И ты смиряешься с этим. Tev šodien ir spēks. Тебе сегодня сила. Lai tiktu vaļā no grēka.
чтобы избавиться от греха. Он же спекс, и я есть сасенс, и на окшем целшенас спекс. Это сила воскресения и кровь Христа. Я тебе шоден колбасит какого-то извертива. Если тебя сегодня какая-то... Нетиклиб. Блуд какой-то... Похоть. Тебе раусто, но ты не тец на та валя. Ты не можешь от этого избавиться. Тебе спекс тик на та валя. Тебя есть сила избавиться от этого. Тапец, что ты есть Дев тайснес, то есть изрядзец тени бэнц. Потому что ты праведник Божий, ты дитё царя. Куру Дев се парадзаес, лай ту стайгату тиршая пасауле. И Бог предназначил, чтобы ты ходил чистым в этом мире. Он же сияет сасэнс тебе отбриво. И кровь Христа освобождает тебя. Сатанс испест цайзет на того зивс. Дьявол должен уйти из твоей Ласт жизни. Ласт ир саграут цаур яйс сасэнин. Проклятие разрушено через кровь Христа. Так же, как этот дух убийства, который был во мне где-то. Когда я принял Иисуса, кровь Христа просто это мыло. Это больше не было в моей жизни. Дьявол больше не имел власти в моей жизни. Так же сегодня кровь Христа тебя Pirms šodien būs vakarēdiens. Mamma vai tad sevo būt šodien večerē. Pirms šī vakarēdiena. Pieredēt ja tev ir kaut kas starp tevi un starp Dievu. Nenožēlots, netīrs. Между тобой и Богом что-то. Ja tu zini, ka tu esi darījis kaut ko to, kas Dievam nav patīkams. Если ты знаешь, что ты делаешь, что Богу не нравится. Tad izsūdz to. Исповедуй это. Pasaki to Dievam. Скажи это Богу. Ka tu nožēlo to. Что ты каешься в этом. Lai viņa asins tevi šodien šķīst. Чтобы его кровь тебя омыла сегодня. Lai viņa spēks šodien nāk par tevi. Чтобы его сила пришла. Lai tu no šeins aizgājis, aizgāji kā pārvērsts cilvēks izmainīts. Чтобы ты ушел отсюда как измененный человек. Mēs varam dzīvot šajā pasaulē kā nožēlojami cilvēki. Мы можем жить как ничтожные люди. Ticīgie bieži vien var dzīvot, ir iespējams dzīvot vēl trakāku dzīvi nekā neticīgajiem. Верующим иногда есть возможность жить еще хуже жизнь, чем неверующим. Bet tu var dzīvot uzvarā. Но ты можешь жить в победе. Dzīvot šīs taisnības bruņās. Жить в этой... Ticēt Jēzus sasinīm. Броне праведности верить крови Христа. Ticēt Jēzus sasinīm. Верить крови Христа. Galvenais nav, lai tevi nenosoda nekas no šīm lietām. Главное не то, что Тебе главное свой грезет, ка я есть сасенс тебя отбриво. Тебе надо увидеть, что кровь Христа освобождает тебя. Я есть сасенс тебя отбриво. Кровь Христа освобождает. Спеку, да я есть сасеним. Дьявол теряет силу из-за крови Христа. Кадем, курем и нетиклив. Кто-то, кто имеет какую-то похоть. Шоден исуд сто девам. Сегодня это исповедует Богу. Он лаужет, что майс, кас будет шоден. И ломи этот хлеб. Аплецен я есть сасенс пар севим. Исповедуй кровь Христа на Он пасака ту цаур есть сасыни, мы с Дио тайсним. И исповедуй, что ты варс пар теви. Праведник Божий через кровь Христа, и дьявол не имеет власти Израуяс на тобой. Израуясь на та лаука, пилец пепул. Сделай, приложи усилия, выйди руна за то, это. Руна то, ко Иисус руна по теви. Говори то, что Иисус говорит о тебе. То есть отдалиц но пасаулес. Ты отделенный от ты мира. Не пьедершай пасауле. Ты не принадлежишь этому миру. Сатанс така рекламс агентс нак он рекламе сау продукции. Дьявол как рекламный агент приходит до своей продукции. Продукции. Рекламирует, и его продукция плохая продукция. То есть святайс. Ты святой. То есть Дев тайснайс. Ты праведник Божий. То есть святийс. Ты благословен. Есть Христ свардо. Во имя Иисуса Христа. Он саграу катру нетицибс свард шая вета. Я разрушаю каждую словно верия. Саграу катру нетицибс сетоксна сирдис шая вета. Я разрушаю каждую Есть Христ свардо. Твердыню неверия во имя Иисуса Христа. Я саграу катру пратоем, кас сацеляс пред Дев отзинь. Который придет против Божьего познания. Я саграу катру спредум сирдис, я есть свард. Я разрушаю всякие эти замышления, kas nav no Dieva. Которые не от Бога. Es to svētā gar spēkā tagad izārdu šajā vietā. Силе Духа Святого я разрушаю. Svētais gars. Дух Святой. Es lūdzu pieskaries katrai sirdī tagad. Prašu, kasnīs katru spēku, ja es svārdā. Piecelies kājās. Встань на свои ноги. Dievu priekšā ķēniņ bērniem jāstāv kājās. Перед Богом. Šis ir laiks, lai tu apliecinātu to. Šis ir laiks, lai tu lūgtu par sevīm. Это время, чтобы ты молился о себе. Nav jēga vienkārši sēdēt baznīcā. Нет смысла просто Nav vienkārši jēga nākt šeit, aiziet un neizmainīties. Нет смысла прийти и Tev ir aicinājums, tev ir liktenis. У тебя есть судьба, ko Dievs sagatavojis. Есть жизнь, которую Бог приготовил. Halleluja! Halleluja! Tāpēc stājies pretī jebkādai tumsai un nespēkam. Поэтому противостань всякой тьме и бессилию. Mēs apliecinām. И ka mēs esam Jēzus taisnības bruņās. Мы в броне праведности Иисуса.
Atver savu mutu un pasaka, es apliecinu. Skaži, ja isповедую. Ka es esmu Jēzus taisnības bruņās. Что я в броне праведности Иисуса. Es esmu Dieva taisnais. Я праведник Божий. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Es apliecinu, ka Sātanam nav par mani varas. Я исповедую, что дьявол не имеет власти надо мной. Es apliecinu Jēzus asiņu spēku par sevīm. Я исповедую власть силы крови Христа над собою. Ora kata rabakaya. Es stājos pretī katram nespēka garam. Я противостою всякому Katram vājuma garam Jēzus vārdā. Каждому Katram reliģiosam garam Jēzus Kristus vārdā. Es pasludinu Dievu uzvaru katrā dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Es vienkārši sagrauju Sātana melus tagad. Par katru dzīvi šeit. Par katru dvēseli šeit. Nāciriešu Jēzus Kristus vārdā. Jēzu, tu esi nācis, lai atbrīvot saistīto. Lai atbrīvot tie, kuri ir iekšējos cietumos. Nāciriešu Jēzus vārdā. Jēzus tagad atraisa šos cietumus. Jēzus atver tagad šīs cietuma durvis, lai tu redzētu sevi kā uzvarētāju. Jēzus vārdā viss vecais ir pagājis. Viss vecais ir izbeidzies. Viss ir tapis jauns. Jēzu Kristu, tu esi Dieva taisnais. Pasaka, es novelku kauna drēbes. Skaži, pasaka to skaidri. Es novelku kauna drēbes. Я снимаю одежду стыда. Он из узвалку чайни сейчас дребес. Я одеваю царские одежды. Как чайнинь бернс. Как царские как дети. Как Дев святайс. Как Божий святой. Он оплецин, как из узвараетайс. И провозглашаю, что исповедую, es что оплецин, я победитель. Я оплецин, как стар Дева дарбус. Я делаю Божьи дела. Я из Христа сварда. Во имя Иисуса Христа. Халлелуя. Халлелуя. Тавс, я тебе потейцус. Отец, я благодарю. Я тебе славей. Я славлю тебя. Par to, ka tu esi mūs izrāvis no dubļiem. Что ты нас поднял. No savām asinīm. No nāves. Из смерти. Un tu esi devis mums dzīvību. И дал нам жизнь. Tu esi mūs darījis par saviem bērniem. Ты сделал нас своими детьми. Kad mēs to nepelnījām. Когда мы не заслужили этого. Un mēs tev pateicamies, Tēvs. И мы благодарим Par to, ka mēs tev varam slavēt. Что мы можем славить. Par to, ka mēs tev varam teikt un godināt. Мы можем славить и прославлять. Ka mēs varam savas dzīves tev pienest kā upuri. Что мы можем своей жизнью. Аллилуйя, слава алтарю. На твоём алтаре. Un mēs lūdzam tev, paņem mūsu dzīves. И мы просим, возьми нашу жизнь. Tās mēs gribam, lai brīnumi un zīmes Я хочу, Отец, чтобы чудеса происходили Lai в нашей жизни. Слава пар мусу ликтаньем. Пусть Твоя слава будет Lai над нашими судьбами. Слава в своей драудзе, Тавс. Jēzus Kristus vārdā. Халлелуйя. Lai šeit notiek те паши дарби. Пусть будут те же самые дела происходят. Ко ту дари, Jēzus, вир земес. Что Ты, Иисус, сделал на земле. Es to atraišu šajā vietā tagad. Это я Es pasludinu to. Ka šeit izlējās un pieņemās spēkā ziedināšanas kalpošana. Jēzus Kristus vārda. Es pasludinu to, ka šeit atraisās un pieņemās spēkā brīnumdarīšanas kalpošana. Es pasludinu šeit to, ka evaņģēlijas spēks ir šajā vietā. Evaņģēlijas spēks, lai cilvēki glābtos Jēzus vārdā. Halleluja! Visa slava Tev, kungs! Es pateicos Tev, Tēvs! Es apliecinu, ka šī vietā ir atvērtas debesis un finansiāla svētība izlējās par šo vietu. Ka notiek varenas lietas šajā lietā, vietā. Jēzus Kristus vārdā ir atvērtas debesis. Jēzus ienāk ar spēku. Jēzus ienāk ar slavu. Halleluja! Jēzus ienāk, lai glābtu Ventspilu. Jēzus ienāk, lai jūs lietotu. Jēzus turpmākajās dienās pacels jūsu vidū kalpotājus. Pacels jūsu vidū svaidītos, kas būs viņa rokas, kas būs viņa mute, kas būs viņa sirds Jēzus vārdā, kas būs viņa kājas, oh, halleluja! Šauprakamatabakasatājā! Šutalakatabakasatakate! Rakasatabakatokeralabakasei! Džesetekajarabakosotekatalabakatājā! Halleluja! Halleluja, halleluja! Katru mazvērtību es tagad izdārdu. Katru mazvērtību skar es tagad izdārdu. Es izdārdu šo Sātana melus Jēzus vārdā. Šikabakatājā. Tu mazvērtību skars. Lācies Jēzus vārdā. Pazūdi no šīs vietas. Pazūdi no Dieva bērnu dzīvē. Nāciriešu Jēzus vārdā. Kīlabaha satabaradabakājā. Surelabakā to, ko se te brei. Svētais gars pieskaries katrai sirdī. Tās es lūdzu,
lai gudrības un atklāsmes gars atnāk katra dvēselē. Tās, lai tev tauta ieraug savu pozīciju Kristu, lai tev bērni ieraug to slavu, ko tu esi sagatavojis, Tēvs. Es lūdzu, lai katra sirdī ienāk atklāsme par to, kas viņi ir. Jēzu Kristu, Tēvs. Halleluja! Pēdējās dienas, pēdējais laiks, nav rakstīts. Šī pēdējā dienam krāšņums būs lielāks nekā pirmā dienam krāšņums. Lielākas zīmes, lielāka brīnumi, lielāka mēroga Jēzus vārdā. Halleluja! Dieva slava izlējās par zemi, Dieva slava izlējās par Ventspili. Jūs esat epicentrā, jūs esat Dieva notikuma epicentrā. Nācinieši Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Halleluja! Visu pētā manā kambrākā satakājā. Lešekete mene geba to soto beradaba. Hei, paha soko mono breja. Kira mako to satala mama keja. Blesete mene gebrakata mama keja. Hila da baha satala rana makeja. Halleluja! Česitele rene vendo se broga da bakeja. Pieskaries svētais gars. Es lūdzu pieskaries tiem, kas cieš. Tiem, kas cieši iekšējais mokas, debes Dievs, dziedin katru sirdi, dziedin katru dvēseli, debes Dievs. Viss svecais ir pagājis. Viss starēja prašlo. Jēzu, tu esi teicis, viss svecais ir pagājis. Viss starēja prašlo. Halleluja! Halleluja! Tu dzirdi, tavas sakāvas atmiņas ir pagājušas. Vaspaminājie tvīk paražiņiem. Viss apkalnojuma laiks ir pagājis, Jēzus vārdā. Šodien сегодня. Viss ir jauns. Все новое. Šodien Dievs ir ar tevi. Сегодня Бог с тобой. Šodien tev dzīve sāk iet uz augšu. Сегодня твоя жизнь идет вверх. Šīs dienas tu redzēsi brīnums savā dzīvē. С этого дня ты увидишь чудеса в своей жизни. Dievs ir ar tevi. Потому что Бог с тобой. Dieva eņģeļi tev kārtos apstākļus. Божьи ангелы будут. Atversies durvis, kuras ir bijušas aizvērtas. Приготовьтесь обстоятельства, откроются двери. Tu saņemts lietas, ko tu esi gaidījis. Ты получишь вещи, которые Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Tāpēc, ka viss vecais ir pagājis. Потому что все старое прошло. Viss ir tapis jauns. Все новое стало. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Halleluja. Halleluja. Kia laba kasa talara manake. Stokolora na meke to se čaka talara bakia. Sutolome taka tarada basa takaya. Rekepete mene rebede kesote belaba dakeya. Levan blasa kata manakia. Io soto lo mene mene kia soto lo betere mene rekei. Sture bakardo koma nore presidei. Halleluja, halleluja, halleluja. Kia la makombrose te kene mendei. Halleluja. Kia la lambrosa te la mandei. Single sombra gadei. Dievu ūdens izlies par tavu dzīvi. Божья вода изливается на твоей жизни. Живой воды стром спарт в лист. Реки воды живой. Аллилуйя. С гора резит, как тот стадень поцелялся на уг. Я видел в духе, как растения растут. Сакас какой-то иесакум. Начинается какое-то начало. Сакас какой-то стас, кас не убийс. Начинается что-то такое, что не было еще. Сак енак тес те тас, кас и дестиц. И сак енак тес тас, кас и сец. Начинает Jēzus vārdā. Tas kungs ir tas, kas aplaist. Gospods palivājās. Halleluja. Plešķeket aranamakei. Tēvs, mēs pateicamies. Gospods, mēs slavējam Tev, Dievs. Mēs slavējam Tebā. Par šo brīnišķo privilēģiju. Za etu privilēģiju. Būt jaunajā paudzē. Būt novam pokolēnijā. Būt Tavā tautā. Būt Tvējom narodē. Būt Kristu. Būt Va Hristē. Mēs pateicamies. Mēs blagadarīm. Halleluja. Svētīts, lai Tavs vārds. Pusti būt blagoslovien Tvoja imena. Lai notiek Tava grība. Pusti būt voļa Tvoja. Tava labā grība, kas ir debesīs. Pusti Tvoja dobrāja voļa, katrāja na nebē. Prieš katru cilvēku. Для каждого человека. Lai tā notiek šeit, katrā dzīvē. Pusti это произойдет в каждой жизни здесь. Jēzus Kristus vārdā. Tvoja imena Iisusa Hristā. Es zinu, ka Tā atbild katru lūkšanu. Я знаю, что ты отвечаешь каждой молитвой. Я благодарю за плоды этих молитв. Я тебе благодарю за то, как сердце изменилось. Благодарю, что сердца меняются. Души меняются. Он того слава отнак. И твоя слава приходит. Аллилуйя. Аллилуйя. Весь год ста. Вся слава. Благодарю тебя, Дебеста. Спасибо тебе, Отец Небесный. Святый Ком, Святый Колпотай. Благослови служителей. Святый Мацитай, что я драузе. Благослови пастора в этой церкви. Отец во имя Иисуса. Поцелвара на спека, Дебес Диос. Подними в могущественной силе. Велши сердце, вел тувак сэлта. Тяни эти сердца ближе к себе.
Lai viņi redz tavu skaidri. Пусть они увидят тебя ясно. Lai viņi redz tavu godi. Пусть они увидят твою славу. Lai viņi redz to, ko tu esi sataisījis. Пусть они увидят то, что ты приготовил. Для своих детей. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Lai brīvība un prieks ir šajā vietā. Пусть будет свобода и радость в этом месте. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Patiesis prieks. Искренняя patiesi радость. Patiesi покой. Cīvi. Истинная жизнь. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Paldies Tev, Tēvs, par privilēģiju būt šeit. Спасибо, Отец, за привилегию быть здесь и служить. Es Tev esmu bezgalīgi pateicīgs, Tēvs, ka Tu atbalstīji šo dienu. Благодарю, Господь, что Ты поддерживаешь. Visas gods un visa slava Tev. Вся честь и вся слава Тебе. Jēzus Kristus vārdā. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Varbūt ir kāds, kas tomēr grib atdot savu dzīvi Jēzum Kristu. Может, здесь есть кто-то, кто хочет отдать свою жизнь Иисусу Христу. Jo tu vēl nevar pateikt tā droši. Если ты не можешь так уверенно сказать. Kad es nomiršu, es būs debesīs. Если я умру, я буду на небе. Ja tu to nevar pateikt, tad tev ir jāatgriežas. Если ты не можешь сказать, ты должен покаяться от этого страха. От своего страха. Un ieiet tajās bruņās. И зайти в этот броню. Ir kāds, tev pacelt roku var? Tu gribi? Если ты желаешь, подними свою руку. Negribi vēl. Bet tu jau esi. Может, ты уже... Halleluja. Bet es gribētu, varbūt, dot tādu iespēju tev. Я хочу дать такую возможность. Ar Aivaru atļauj. С позволением Aivara. Viņš tad uzlikt rokas, ja tu gribi būt tāds karotājs, kā viņš. Если ты хочешь быть таким воином, как он. Ticības karotājs. Воин веры. Viņš gan ir citāds karotājs. Он есть другой воин тоже. Nav tāds vienkāršs cilvēks. Он не такой простой человек. Ja tu gribi šo kaujasko garu. Kaujas garu. Дух воина. Ticība par šīm bruņām. Viera об этих броне. Es ticu tam, ka Tā kā rakstīts Bībelē, ka var nodot šo svētību, šo spēku, я var верю, nodot citiem tā roku uzdikšanu. Что можно через молитву, через возложение рук, это помазание передать другим. Un ja tie ir tādi vīri, sievas, kas to grib. Если есть такие мужчины и женщины, которые желают этого. Es domāju, mēs to varat izdarīt. Мы это можем сейчас сделать. Un, bet vēl man Aivars teica, ka tu tā kā pa ziedojumiem runās. Tā kā bišķi piemērs laikam, ja? Ja mums tā kā vajadzētu arī šīs atvērtās debes. Nam nādā takže nebe atkrīt. Lai nebūtu tikai tā nu, roku uzlikšana, bet būtu arī atvērts debes. Чтобы arī не было Tēvs savu roku uzlikt. Возложение рука, чтобы открыть небо, чтобы Отец открыл небо. Varbūt Tēvs ir pateikt kaut ko par šo upuru. Может,